пошел в жопу, блядь, свою незаконную. Я все тут мучу мутки под это, под то, что мне надо. Так, навестить она друзей хочет. Радость визита на месяц-другой. Хорошо, месяц-другой. Джасси Ледовская. Джасси Ледовская. Джасси Ледовская. Паспорт. Та-та-та-та-та-та. 61, 61, 169, 169. В гости. Насколько там поедешь-то? Останусь на месяц-другой. Хорошо, 83, 83. Это действительно. Волосы темные. У тебя волосы темные? Нет? Ну что, просто немножко не понимаю. Ну, темные так темные, без проблем. Короче, вообще, смотри, он ко мне с дружбой. Ну, точнее, я к нему с дружбой. Нечем было уже до него доебаться, когда я его пропускал, этого товарища. Турбистанция. И теперь он тоже ко мне, понимаешь? Он мне дает и говорит, типа, вот, чувак, если что, все будет нормально, ты не паникуй, все нормально. Здорово. Так, что тебе надо? Ты у меня из Арстовски, я тебе сейчас паспорт отберу, ты в курсе, нет? Синокова Наташа, Наташа Синокова, Синокова Наташа, 84-й, 176-60, на-на-на-1, ну, вот здесь 7D, полиамилит, действительно все хорошо, это я за... Подожди, хорош, похож, я забираю, это я тебя пропускаю. Опачки. Опа. Все, мать, позвонишь там по номеру, все будет нормально, все хорошо, тебя пропустят. Ла-ла-ла-ла. Хорошие, нормальные люди. Объяснишь им, позвони по телефону, и все, и уходит. Знает, что надо просто позвонить. Знает, что я им сейчас ничем не помогу, я тут ни при чем. Ну я никак им. Здорово. Я никак им вообще, в принципе, ничего хорошего, плохого сделать не могу. Так, я в Арстовске транзитом. Насколько? На пару недель не больше. Ты не похожа, мать. Ты что-то мне наябываешь, по-моему. Тебя сейчас арестуют. Что такое? Даже не знаю, что сказать. Это я. Мишель. Да ты, сука, ты так подготовил все документы правильные практически. Ну-ка, давай-ка, Мишель, посмотрим. Да ж ты ж, бля, что это? Окей, я понял. Я понял тебя. Номер паспорта тот, Тарбистан, Мишель Качевска, полиамилит есть, краснуха есть, все вроде нормально, 169, 56, все нормально, особые приметы, волосы длинные, ну хорошо, без проблем, ладненько, ты вроде как подходишь под описание, ну и все нормально. Почему они не сделали так, чтобы вот, когда ты выкидываешь ей паспорт, а все автоматом документы ее забирались, но это было бы гораздо проще, по-моему. Так, это, блядь, это ты, чувак, я тебе серьезно говорю. Ах, да ладно. Просто в гости он приезжает, просит визита пару месяцев, два месяца. Хорошо, 80 килограмм, 163 сантиметра. Максвелл. Опа-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 
Максвелл ж... А, Максвелл. О, вот оно что. Неправильно, чувачок, прививочка не твоя, у меня несколько разных имен. Ты врешь-то мне, алло, несколько разных умен. Я вот теря по уши в чернилах, и меня это ебать вообще не может. Да ты-ка, в смысле? А, да, смотри-ка. Жжжж, все, окей, чувак, понял, понял, волосы темные, до 83-го, это действительно, Максвелл, Максвелл, паспорт, паспорт, хорошо, не из Арстоцки, значит, мы его просто спокойно, ну, смотри, зачем-то просто взял и поменял себе одну букву имени, возможно, в какой-то стране с таким произношением проще людям общаться к нему, не Максвелл, а Максвелл, Максвелл какой-нибудь, так, здорово, чувак, это ты, бля, не... Симон Венс отнял ее у меня. Я за ним больше месяца гонялся. Я знаю, что он придет сюда. Я прошу об очень большом одолжении, но это важно. Пропустите его, если увидите. Только сначала паспорт отнимите. Я снова приду. Вы дадите мне его паспорт, и я смогу его выследить. Я заставлю его мучиться так, как же мучилась из-за него Юлия. Как его зовут-то, чувак? Симон Венс. Окей, Симон Венс. Симон Венс, запомним. Симон Венс, нихуя себе. А, так это вот этот мудак! Которого надо пропустить! Back, точно, точно, точно! Которого надо пропустить, а он его убьет, но я займу у него паспорт, да? Окей, окей, поможем, чувачку, без проблем. Так, это питок, прическа другая. Что ты говорил-то, блядь, несколько месяцев в гости, 3 месяца в гости, поле у меня как раз Олечик. Олечик, нормально, нормально, да, нормально, хорошо, это забирай. Значит, Олечик Фишер, калечие 9, суф, ту-ту-ту-ту-ту, чка, 67 килограмм, 154 сантиметра. Ты, блядь, ты что-то вырос, по-моему, нет? Это ты меня что-то обманываешь. Рост другой, чувак. Это естественное отклонение. Нихуя себе отклонение в 10 сантиметров, это не естественное отклонение, чувак.
Это 10 сантиметров, это неестественно, я тебе серьезно говорю. Так, ну допустим, второго имени нет. Данный... Блять, это неестественное отклонение, дружище, ты издеваешься, что ли, надо мной? Мужской, 84-й, 82-й, 29-й, 12-й. Бляха, это что-то неправильно. Это как-то не так, но это неестественное отклонение. Что это за херня? Да убери отсюда. Ну, Серег, прикинь, 10, это ты сегодня вот такой, завтра вот такой. Это как так можно? Так, по-моему, нельзя. Серьезно. Не-не-не, это неправильно. Так, Михаил, ПМЖ, переезжает он к нам в Остоцку. Ладно, переезжаешь по 82 килограмма, 174 сантиметра. Такие здоровички нам, значит, нужны. В Остоцке такие здоровички нам по-любому нужны. Так, нет связи, я тебе сейчас дам, блядь, нет связи. Все отлично. Так, ладно, ага, это все хорошо, короткая стрижка есть. От поля Милита 83 есть. Кончился у нас рабочий день, но я паспорт допроверяю, чувака допропущу. А почему, почему, подожди, а тот чувак-то не пришел, алло. Че за херня? Я не понял, ни хера, мне сказали, придет террорист. А что такое? А, у меня один паспорт конфискованный, хорошо. Ваша жена нашла старую семейную фотографию, вы можете бежать в Арбистан в одиночку. Ваша жена нашла старую семейную фотографию. Вы можете бежать в Арбистан в одиночку. А мне надо бежать в Арбистан? А, я же ничего плохого не сделал. Почему мне надо бежать в Арбистан? Я ничего плохого никому не сделал. Что за херня? Препятствие на пути кличанских решений. Спорный город стал причиной раскола. Политика погоды. Значит, кличанцев мы больше сегодня не пускаем. Правильно я понимаю? Значит, да пизди. Вау-вау-вау-вау! Рисунок! Уйди! Уйди! Быстрее! Заходи, сука, в свою кабину! Бегом, блядь, он идет! Бегом! Бегом! Открой! Тихо! 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 А что такое? Старая семейная фотография. Зачем? Зачем она мне нужна? Что так много лишнего всего. Да топай ты уже быстрее. Еб твою в голову тебя. Давай быстрее. Я ваш слушай назначен. Надо сюда не уезжать из района. Своё назначение. Здорово. Может, это не такое плохое место. Когда такое творится, съесть границу, может, хоть каждый... А, хоть какое-то количество полученных замечаний 12. Грамот больше. В смысле грамот больше нет? Черт, печатать впадлу, что ли, собака какая? Ну смотри, мы успеваем для этого дела, значит, фотку сюда повесим. Поехали! Ваш слушатель назначен, не уезжайте в свой район, слава Арсоцкий, ничего нового не появилось, просто новые люди появились, которые до сих пор разыскивают вот этот пес. Так, значит, навестить друзей ты хочешь, что ты пока здесь оставлю, чтобы не мешалось на 8 недель. 2 месяца, 8 недель, хорошо, 166, 186, 188, блядь, будет... Тонкий-высокий. Так, да, 80. Так, это подожди, я тебя не проверил, нихуя. У тебя паспорт там нормальный, нет? Что-то взял так. Типа, а, нормально, все хорошо. Прививка есть, паспорт есть, все хорошо, здесь все совпадает. Арбистан, нормально. Значит, Мэтью Олдфилд. Чуть не задохнулся. Так, ладно, нормально, чувак, езжай. Надо пропустить вон того говнюка и забрать у него паспорт. Все будет нормально. Потом чуваку отдать это. Ну, в любом получим достижение. Он хочет отомстить. Он хочет его просто прям... Что не так? А, ошибка, пол. Кто, блядь, сомневался. Так, здорово, Симон. Симон. Здорово, Симон. Ясно, понятно. Подожди. Это я заберу, Симон. А вот потом я у тебя, короче, сделаю вот так. И все нормально. Ты не бродячий преступник, Симон. Я тебя не узнал. Я слепой, ебанутый. Ты со мной разговариваешь, просто дал документы и пошел дальше. Давай. Ага. Ага, преступник находится в розыске. Хорошо, насрать мне вообще. Так, цель вашей поездки, значит, убежище, подожди, ты убеженец. Так, ты убеженец, у тебя надо снять отпечатки по-любому, ну-ка. Так, искалечий, 58-й. Ага. Так, подожди-ка, нам нужно вот это. Опа. Это совпадает, теперь надо съездить вот с этим, по-моему, да? Совпадают. Хорошо, значит, ты у меня просишь убежище, 58-й. 58-й, 15-11-й, пол, женский, из ведра, ГХ. Где здесь номер паспорта? Что за херня? Да, 24-12-го. Так, это под... А, вот номер паспорта. Ага, это типа подходит. Хорошо. А им беженцев, по-моему, ничего просить не надо, кроме карты беженца. Правильно я понимаю? Сазар Парвак. Парвак Сазар. А здесь что? Угу, Сазар Парвак, все нормально. Все хорошо, значит, ты едешь. Это если я ничего не путаю. Нам же сказали, да? Говорили, что типа у беженцев нужна только карта беженца, и все будет нормально. Давай, штраф мне, что не так? Давай, сука. Так, отлично, оставим дать глэк. Нет, все нормально. Здорово, чувак. Это же не ты. Я приехал, чтобы жить здесь со своей женой. Подожди, это же не ты. Блять, какие-то все одинаковые здесь. Даниэль Ноэ. Ага. Ага. Хорошо, значит, полиомиелита есть, это проходит все, поехали проверять дальше. Даниэль Ноэ, но это все просто 936, 936, 93 на...
нахана. По ЭМЖ 87 килограмм, 182 сантиметра. Это ты, да, 30-12-82, борода. 84-й, пол мужской. Все нормально, чувак, все нормально. Ты красавчик, ты проезжаешь, у тебя все хорошо. Живите счастливо там, все дела вам. Берегите свою семью. Давай, ее очень легко потерять. Давай, давай, давай. Вот нормально, чувак, приехал, все документы в порядке. Приехал жить своей женой. Никакого замечания от него, смотри-ка, нет. Это замечательно. Ух ты, блядь. Это... Ты, бля, какой похожий, смотри-ка. Блях, он прям похож. Да и Диез Давид. Диез Давид. Назову 71 сантиметр. Блядь, какой здоровый. 75 килограмм. От полимелита прививка есть. Паспорт мы у него заберем. Окей. Блях, он же похож на моего карпистанца. Так он здоровый такой. Бать ты беда, знаешь? Паспорт забрали у тебя, чувак. Вот это он огромный, прям. Надо этому показать, как его. Кыргызстан, ты сказать, смотри-ка, Джорджу, бля, вот эти хуй друг друга. Это ты. Ага, вы его видели, да, видели, дайте его паспорт. Симон Венс. Я хорошо знаю город, его поймать будет легко. Пропустите меня. Окей, проходи. Да, блядь, вы чё, издеваетесь, что ли, сука? У вас двух преступников одних и тех же таскай. Ну на. Заставлю его корчиться. Он хочет над ним просто пиздец как сильно издеваться. Почитай завтра новости. Окей, спасибо. О, я же сказал, достижение будет. Красота. Но сейчас опять дадут штраф. Дадут штраф, причем с этим. Паспорт не изъят, наложен 5 кредитов. Окей, я понял. За 5 кредитов мы получили монетку, получили достижение, и чувак будет мстить. Чувак будет доволен, чувак будет рад. Так, здорово. Цель поездки твоя в гости. В гости. Проведи встречу, говорит, 14 дней. 14 дней, нормально. Значит, Лаура Маговска, 5Х6. Так, ну с этим подходит, допустим. Поля Милит есть, волосы вьющиеся, вьющиеся. Глориан до 23.11.80. Блять, вот это меня решили поймать, прикинь, на просроченном паспорте-то. Внезапно так, сколько времени уже прошло. Тут, наверное, опечатка. Нет, мать, никаких опечаток, ничего опечатанного быть здесь не может. Это официальный документ. Понимаешь, даже если там опечатка, ты когда его принимаешь, когда ставишь подпись, что ты его забираешь, надо проверять все эти даты в конце-то концов. Ну, что ты делаешь-то? Так, здорово. Это не ты? Нет, это не ты. Я сюда переезжаю навсегда. Говорят, что границу закроют, мне не успеют сделать визу на въезд. Пожалуйста, проявите милосердие. Ага, окей, виза на въезд у тебя нет, малярий столбняк, так, общие правила, право на въезд, до свидания, товарищ, опачки, ага, я знаю, вот только что до свидос, дружище, у меня и так уже штрафы дают, нахуй мне нужны тут, езжайте, делайте паспорта, все успеют, ничего не закроют, если бы закрыли границу, сделали бы официальное объявление, а если границу закроют, нахуй иди сюда приезжать, ты отсюда же выехать никуда не сможешь, серьезно. Он насильно приезжает в страну, в которую его закроют. Ты? Нет, не ты. Переезжай в Арстоцку на ПМЖ. Полиомиелит 82-й есть, правда, 3 года. Действительно, это не ты. Ага. Это не ты, чувачок. Совершенно не ты. Совершенно не ты. Давайте сделаем вот так вот. Опа. Опа. И нахуй никаких отпечатков я сдавать ему не буду. Иди в жопу, чувак. Это не ты. Это просто, блядь, ну не может так человек измениться вообще. Не ты, это не надо мне гнать. Я мог, конечно, его арестовать, получить за это денег, но... Ладно. Так, отель ваш поездки, я хочу навестить родственников. Правда, следить сколько до 3... Несколько месяцев. Хорошо, значит, Мисак, Тиба, Мисак, Тиба. Полиомиелит есть, хорошо. Так, Тиба, Мисак. Республика, женская. Так, до 183-го. Волосы очень короткие. Что-то мне кажется, это не так. Немножечко. Совпадают, мне как раз. Мне главное, чтобы проект. Главное, чтобы игра 49 килограмм. Игра, главное, чтобы согласилась с тем, что она короткая. Я, очень короткие волосы, это лысый. Вот этот ежик, блядь, 2-миллиметровый торчит. А у этой нормальные средние волосы. И ничего, они просто короткие. Очень короткие, это совершенно другая штука. Так, это ты, чувак, я тебя арестовываю. Пошел ты в жопу тогда. ПМЖ, значит, это не ты. Так, ну на паспорте ты похож. Хорошо, холера, полиомиелит. Есть Александр Зелазо. РН... Так, хорошо. Особые приметы, прическа каре. Каре, 84-й. До 29-12-82 подходит. Паспорт это тот. Зелазо Ализа... 89-103.
Хорошо, дружище, проезжай, удачной дороги, привет, а там всем скажи, чтобы следующие заходили. Бляха, здесь постоянно надо тыкать, короче, тыкать. Надо кнопку специальную, чтобы этот гудок сам работал. Хотя это будет бесполезно, но будет удобно. Это ты? Нет? Окей, опять да не ты. Я транзитом в другое место еду. Ага, сколько ты? На 2 дня, хорошо. Короткие кудри, Василий Бодровский, 650 кв от полимелита есть, хорошо. Так, Бодровский Василий, 650, 85 килограмм, 170 сантиметров, антигрия, транзит. Бля, хоть так плохо-то, что-то везде постоянно одно и то же. Слишком простой день, ничего не происходит, ничего, ни террористов, ни хера. Одного чувака всего лишь мы, короче говоря, пропустили, получили $5 штрафа, 5 кредитов штрафа. А зарплата 10 штрафа, 1, жилье, херье, бежать в одиночку. Да не хочу никуда бежать, не хочу доиграть до конца, что за херня, бежать. Зачем мне бежать? Кровавое убийство в Ген истории. Симон Бейнс найден мертвым, тело изуродовано. Будущее пунктов грешни пока не ясно. Чувак не обманул. Чувак обещал разобраться с этим мудозвоном. Чувак с ним разобрался. Молодчик нахуй. Пусть теперь... Ну, чувака теперь посадят, наверное. А может быть и нет. Это, в принципе, наша проблема. Мы помогли ему. Помогли ему осуществить. Ебать, кровавую весть. А инспектор. Министерство въезда проводит переговоры по запросу закрытия данного пропускного пункта. Почему? До окончания переговоров работать в смысле? Не выезжайте из своего районного значения. Ваш слушатель назначен на утро завтрашнего дня. Продолжайте изымать паспорта. Да в смысле? Да схуя ли ты его закрываешь? Я чё, плохо работаю, что ли? Алло? У меня всего 12 штрафов, или сколько их там? Это, блядь, ни о чем вообще. Здорово, мать. Да, откройте ее. Цель вашей поездки транзитом она тут. А, хорошо. Че ты, блядь, не тут городишь? Ты, где у тебя справочка-то несколько месяцев? Чё ты врёшь мне, алло? Транзитом она, блядь, на несколько месяцев едет. Ты угораешь, что ли? Да, конечно, я думаю, пару недель не больше. Я тебе дам сейчас, бля. А, Дженнифер Кранова, 70, паспорт тот же самый, хорошо, прививка от полиомиелита есть. Это действительно волосы прямые, пол женский, до 01.12.82, паспорт у тебя просрочен, мать. До свидания, Арстоцкий тебе не видать. Арстоцкий тебе не видать. А, окей, до свидания. Не судьба, мать, не судьба. Арстоцка очень правильная и лучшая страна. А лучше она, потому что здесь все хорошо. У всех нормальные документы. Все проверены. Нет преступников. Преступники были, преступников убили. Все хорошо. Так, какая цель вашей поездки? Я буду здесь работать. А зачем ты здесь будешь работать? Полгода, 6 месяцев есть. 4. Так, все нормально. Джессика Баретта. Баретта Джессика. 66 килограмм, 155 сантиметров. До 13 подходит. Полиомиелита Джессика Баретта. Джессика, все нормально. Джессика Баретта, стоматология. 83-го. Все хорошо, мать. Лечи наши зубы! Лечи, мать, чтобы у всех были здоровые арстоцкие зубищи! Чтобы все в Арстоцку приезжали за лечением зубов! Кто такой? Ты чё, ебанулся, что на рост-то был похож, ну серьезно. Так, а транзит у него, транзит, лысый должность визита, это не ты, там, если ты. А, осталось на 2 дня. 2 дня, 80 килограмм, 186 сантиметров, 186 сантиметров, хорошо. Даковский Хайс, XM3. Ага, все хорошо, нормально, 80... Стало... Та-та-та-та-та, есть, ага, так, 83-й, мужской. Ну, просто выебать. Все нормально, езжай, мужик. Не паримся вообще. Я не понимаю, почему, с какого перепуга должны закрыть наш пропускной пункт. Ничего же плохого мы не сделали, мы работали на износ. Работали просто прям на убийственно. И ни хрена, все равно дать не рубской. На пару недель не больше, это не ты. Сука, это ты, ладно. Так, а, так, вот так. А, ох, как я угадал, ни хрена себе, ты что это такое, алло? У меня несколько разных имен. Ну, сучара ты такая. Отвлекаешь меня, падла, несколько разных имен у нее. Второе имя Андрея Бриана. Так, ладно, все нормально, отпечатки совпадают у тебя по-любому уже тогда. 165, значит, что еще проверить? Номер паспорта надо проверить, номер паспорта тут и номер паспорта тут. Хорошо, значит, 59, 165, 83, все нормально, мать, проезжай. Так получается, мне до 83-го года вообще нахуй закроют все, да? И я никуда... Как я выиграю тогда эту игру, если меня закрывают пропускной пункт? Где ежики вообще? У них последний шанс вообще сюда пробежать, в Арстоцку. Здорово! Здорово! Я тут срубил бабла, вагон, ты себе не представляешь. И, в общем, хотел сказать тебе спасибо. Я для этого в очереди стоял. Теперь завяжу, наверное. Двадцаточка. Ой, 40-ет, нормально, спасибо. Спасибо, Жоржик, красивчик мой, друган мой, Жоржик. Мы с ним вообще всю жизнь тут на этой границе общаемся. Так, здорово, навсегда, постоянно, хорошо. Ага.
Окей, паспорт, поехали, паспорт. Опа, паспорт, опа. Все хорошо, значит, здесь совпадает. Это полиомиелит, есть прививка до 83-го, 96, 173. Нормально, пол мужской до 94-го, рожа совпадает. Ой, я придумал быстрый способ. Прикинь, какой быстрый способ. Раз, 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 все проверено, все, поехал, значит. На следующий. Давай, 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 давай. Быстрей. Короче, раз, 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 раз. Блять, не знаю, я ваших городов не сижу, нахер. Интересно с ними тут сидеть полдня еще пройти города выдачи. Так, продолжить визит на сколько? На пару недель не больше, пару недель не больше. Это ладно, так, это вот так, это вот так. Все хорошо, пару недель не больше. Полиомиелита есть, а до 83-го пышная афра. Ага, пышная афра, это, по-моему, не такая прическа. Угу. И что, ты меня обманываешь? А, вы можете быть в этом умерены? Да, мать, я, блять, вообще, я полностью в этом мере. Так, 14-64 километра. Ага, допустим, допустим. Данные совпадают. Так, ладно, мать, вали отсюда, это тебе. Блин, ну серьезно, почему ты не взял? Так раз, выкинул паспорт, и все документы ушли. Ушли, говорю, документы. Иди, твою мать, ушли документы, и ты вместе с документами своими ушла. Ну, следующий, давай быстрей. Ой, блядь, ложный ответ. Какая разница, что она ответила с ней в порядке документов. Ну, запарилась она, ну, бывает такое. Воу, 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 нихера себе. Эй, 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 алло, алло, а что ничего не выезжает-то? Я что-то не понимаю, Сулита, зачем мне бежать в Аргистан? За каким хуем мне бежать в Аргистан? Вот в чем проблема-то. Зачем? Меня посадят, если я не бегу в Аргистан, или чего? Мне можно было конфисковать два паспорта без проблем. Но, а что будет, если я не побегу там в Аргистан? Давайте посмотрим, что там за слушание будет. Ага, добрый день, инспектор. Здорово. Мы провели проверку вашей деятельности. Окей. Установлено, что вы связаны с группой, называющей себя Орден Звезды Ёжик. На территории Арстоцки арестовано несколько членов этой организации. По крайней мере, один из членов Ёжик показал, что вы оказывали ему помощь. Это квалифицируется как государственная измена. Прощайте, инспектор. Казнь, вы чё, охуели, что ли? Да что меня казнить-то? Ситуация, в которой находится ваша семья, неизвестна. Ёжик уничтожен. Закон все порядок восстановлен. Слава Арстоцки. Чё, прям вот так? Нормально так. Смотрите, вот это хорошо, вот это я понимаю, вот это внезапно прям. Это что-то прям... Хероватенько, если честно, произошло. Но мы, в принципе, мы можем загрузиться в следующий раз. Наворовать паспортов для семьи, для всей. И съебенить в Арбистан. Это будет у нас очередная другая концовка. Просто потому, что, ну, я хер его знает. Вот так вот внезапно все заканчивается. Там можно, в принципе, было доработать еще сколько-то дней. Я вот видел, смотри, сюжет, например. Остается... Три дня. Три дня, наверное, это до закрытия пропускного пункта. Это значит, что, в принципе, мы практически до конца дошли игру. Ну, значит, в следующий раз мы с вами посмотрим. В следующий раз попробуем мы удачно свалить оттуда, отправить семью или сделать что-нибудь типа того. Или как-то, ну, хер он. Короче, еще одну серию мы сделаем. Она будет, наверное, очень короткой, но, с другой стороны, она будет... Она будет. Или... А почему нет? Подожди. Короткая, короткая. Это последний день, когда сегодня, да? Продолжим. Ну-ка. То есть, если мы сейчас тупо возьмем себе два паспорта и срулим нахер... А нам нужны деньги, чтобы свалить-то, правильно? Да, нам нужны деньги, чтобы свалить отсюда быстренько, и все стало нормально. Не, давайте мы, короче, туалет посмотрим с вами в следующий раз. Я сейчас буду торопиться, просто неохота мне куда-то бежать. Мы сделаем все красиво и посмотрим, может быть, еще что-нибудь интересное. Ссылка на блог в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Если вы в следующей серии, ребят, всем... Раньше здесь был мат. We'll be right back.
па-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 
в плей. И сегодня мы с вами заканчиваем бумажки проходить, потому что у нас есть, в принципе, возможность свалить в Арабистан, насколько я помню. И еще написали, что можно не убивать террористов и получить что-то еще. Давайте посмотрим. В принципе, кровавое убийство в Генист. Что-то типа того. Я не помню, здесь ли или не здесь ли. Просто у нас была концовка, когда нас пригласили на допрос, и нам сказали: чувак, ты умираешь, тебя сажают в тюрьму, потому что все, конец. Беда, ты не убежал в Арабистан, и мы узнали, что ты, короче говоря, связан с этими ребятками, и все будет плохо. То есть сегодня попробуем сделать так, чтобы взять арабистанские паспорта, вот они, пожалуйста, конфисковать их, а потом разрешить, короче, им въезд. Нам нужно 3 арабистанских паспорта, потому что один у нас арабистанский паспорт есть. И кроме этого, короче говоря, мы можем взять еще 3 штучки и всю семью, собственно, перевести в этот Арабистан, и все будет замечательно. Давайте, собственно, так и сделаем. Я... Что такое? Пошел, блин. Я предлагаю здесь особо ничего не париться, особо ничего не брать, потому что это так все нормально. Если кому-то надо, мы кому-то откажем. Так, Изарстон. Карточка лишняя, допустим, паспорт мы изымаем, визу ей ставим. Ну а чего бы нет-то? Езжай, мать, все нормально, у тебя все хорошо. Я был согласен, у тебя все нормально. Мы, знаешь, пришли сегодня на работу с таким, короче, настроением быстрее спиздить 3 арабистанских паспорта и валить отсюда нахер. Причем нам нужно... Что такое? Чужое фото, да похер. Здорово, лысый. Так, а тут где-то должны живые преступники какие-то быть. Это не ты, окей. Так, ты откуда у меня? Отпечатки, мне дают политическое убежище, Арабистан. Мне паспорт Арабистана не нужен. Ну, нас давай отпечатки, в принципе, посмотрим. Виктор Гладильский, Гладильский Виктор. Сейчас проверим, сейчас сверим, сейчас посмотрим, все будет нормально. Сколько там? Ну-ка. Все, отлично, мужик. Все хорошо. Я пускаю тебя. Так, в Арабистан. Мне не нужен мужской арабистанский паспорт, мне нужен, по-моему, ну, наверное, женский, просто я не в курсе. А если какая-то разница в женском и мужском арабистанском паспортах? Нам сказали, нужен просто паспорт, а данные мы подделаем. Окей. Так, дальше. Ты кто такой у меня? Из Антегрии 2 месяца, все хорошо. Допустим, чувак, у тебя все нормально, я даже не буду тебя ничего проверять. Но здесь, в принципе, много не штрафуемся, это по-любому. У нас, по-моему, есть 100 с чем-то бачей, а это означает... Да что вы заебали меня? 5 кредитов. О, здорово! Я тут рубил бабла, вагон-то... А, ну отлично, все хорошо. Это он мне приносит деньги, чтобы мне хватило, наверное, все кредиты, и чтобы я забрал все эти арабистанские паспорта, которые мне нужны. Спасибо тебе, Жоржи, красава. Жоржи, друган мой, ну мы с ним вообще нормально. Так, мне нужны женские арабистанские паспорта. Ты женщина? Ты из Арабистана? Значит, тебе сюда. Откуда ты? Так, из калечи мне не надо. Допустим, нормально, все, мать, езжай. Давайте мне следующую, мне нужны арабистанские паспорта. Мне нужны арабистанские паспорта, и все будет нормально. Давай. Без штрафа, дурачка, прокатила. Ты из Арабистана, мать? Откуда ты? Цель вашей поездки. Арабистан, все отлично. Так, общие правила. Въезжающий обязан предъявить паспорт. Давай-ка быстрее паспорт, я тебя конфискую и можешь ехать дальше. Ага, красиво, все хорошо. Так, это я, значит, забираю. Это мне, это тебе. Это езжай, все отлично, все хорошо. До свидания. А что будет стать, если конфисковать паспорт и не пропускать ее? Мне вообще похер, как дальше поедешь. Мне сейчас дадут из-за тебя штраф, но мне это не так страшно. Так, сколько у меня арабистанских паспортов? Арстоцка, Елена. Ага, все хорошо, смотри, мне нужен еще один. Бляха, подожди, мне нужен еще один мужской паспорт. Потому что у меня же сын получается. Там жена, сын и племянница, по-моему. Значит, нужен еще один мужской арабистанский паспорт. Так, что с тобой не так? Республия. Я не знаю, езжай. Ох ты ж, бляха, все, началось. Ага. А, мы не сможем в этот раз сделать такую концовку, просто потому что это надо было делать раньше. Сейчас мы, получается, посмотрим на концовку. Это же... Мне сказали, что это приезжают ежики. Что это они ломают все здесь херню. И получается хорошая концовка в разделе ежиков, потому что мы им помогали. Потому что все станет хорошо. Everything is ready for you, commander. Excited? В смысле? Алло, блядь, ты чё делаешь-то? Вот так? Как так? Не понял я. А чё ты меня взорвал-то, мудила?
Нихера себе. Вот это поворот сейчас. Он мне что, в меня гранату кинул, я не понял. Ебануться. Так это получается, а... Подожди, так нечестно. Я им помогал, какого хера он меня убивает, дружище? Это получается, надо завалить нижнего, значит? А верхнего оставить, чтобы он взорвал границу. Ладно, окей. То есть они взрывают границу. Вот этот железный огромный забор, этих они перестреливают. Так, ты кто у меня? А мне не нужны эти арабистанские паспорта никакие, потому что я здесь все равно ничего не сделаю. Так, чувак, окей, езжай, мне похер вообще. Нам сейчас главное потянуть время, чтобы все было хорошо. Ага, следующий. То есть мы сейчас тупо тянем время, пока приедут террористы. Убиваем, значит, нижнего, получается. И все. Блять, рост какой-то пристали. Чего вам надо от меня? Что такое? Езжай, чувак, мне вообще насрать. Езжай! Это мой последний день на границе. У меня приезжает ежик, взрывает границу. Границы больше не существует, ребят. Подождите маленько, сейчас приедет ежик и всех взорвут. Я не понимаю, куда они ловятся? Вот нет информации, что ли, никакой. Взяли бы, да где паспорт твой, ёб твою мать. Езжай ты уже в конце концов. Я сегодня добрый, ребят, мне не нужны никакие документы. Главное, чтобы был паспорт и все. Езжайте нахуй, я даже проверять ничего не буду. Насрать, я хотел на все ваши документы. Я не понимаю, то есть, да? Мы работаем на благо Арстоцки. На благо той страны, в которой, сука, приходит начальник контроля этого, говорит мне, пропусти какую-то швалю, и в итоге, бляха-муха, мы пропускаем швалю, нас за это, сука, штрафуют, а если мы швалю не пропускаем, нас увольняют, и, блядь, кончается игра. Это нелогично вообще. То есть тут, получается, пытаешься угодить всем, а не угадаешь никак. Дороже же. Мы тебя сегодня уже который день видим, который раз. Давай, давай, деньги тебе. Можно его проверить с ключом? У Жоржа с ключом нет связи, представляешь, не похоже. Молодец, спасибо, я прям вот так вот положу на стол себе, ебать. Красавчик, сейчас кто-нибудь зайдет, а у меня здесь, короче, 40 лет лежит. 40 кредитов, все подумают, что я богатый и классный. Вот, пожалуйста. Смотри, а ты похож на деньги? А тебе нельзя проверить. Так, ладно, что тебе надо, из Арстоцки. Да иди ты, езжай, мать, ёпты, в рот вообще все, езжай, 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 говорю, нити, слава Арстоцки, все правильно, не буду ничего конфисковывать, пусть этот, сука, паспортный контроль, пусть все те, кто здесь в начальстве сидит, знают, что такое увольнять меня и как потом без меня здесь работать, без меня же все здесь развалится просто к херам. Здорово, мать. Что, где твой паспорт? Проезжай, проезжай! Проезжайте! Давай, давай, давай! Я все, хочешь денег дам? Ах, не могу я тебе денег дать. Что мне тебе еще не... Давай, сука, свой штраф! О! Насрать мне вообще на все ваши штрафы. Давай, быстрее паспорт! Сегодня все проходят. Что такое? От... Блядь, отказать нахер! О! Хорош! Так, тихо, 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 тихо! Мне что с ним сделать надо? Убить или чего? У меня же есть убийственное какое-то оружие, по-моему, вот это вот, да? Открывай, 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 открывай! Открывай быстрее! Ага, ага! Отлично, так, пули! Опа! Вот так-то, сука! Нормально будет? Если этот меня чуть-чуть кинет, будет вообще беда, бля. Ой, что-то как громко жахнуло-то. А, можно даже так. Извините, чуваки, я не специально. Пули кончились. Опять вы арестованы за убийство. Что, блядь? Какого невиновного? Вы о чем говорите-то, я не пойму. Вы приговорены к смертной казни. Какого невиновного я убил? Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам назовем прислан новый инспектор, пропускной пункт продолжит работу под его началом. Каким нахуй началом вам границу взорвали? Вы чего, ребята? Бляха, если мы сегодня получим концовок 50, я так понимаю. Я что-то опять неправильно сделал. Окей. Значит, тогда, когда меня убили, это не считалось, наверное, концом. Ну хорошо, без проблем. Хорошо, поехали. То есть, я так понимаю, не надо мне было никого убивать из тех, кто бежит. Надо было транквилизатором нижнего транквилизнуть. И тогда вы мне не посчитали, не засчитали никакое убийство. Правильно я понимаю? Поехали. Получается, что так. Значит, этот ключ мы отсюда отложим, чтобы я не перепутал в критичный момент. Здорово. Так, где твой паспорт? Бляха, вот это поворот, короче. А потом нам нужно будет еще арбитрарских паспортов набрать, но на предыдущий день. Не на этот, который мы сегодня работаем, а на тот, который был. И тогда, в принципе... мы сможем получить концовку, когда мы все уедем в Арбистан. Я так понимаю, что они не особо отличаются друг от друга, когда один уедет человек в Арбистан, или они все вместе. Ну, просто потому что... Что такое?
напишут, типа, вы уехали... Ну что такое-то? Вы уехали в Арбистан, судьба вашей семьи там неизвестна, либо их, возможно, подвергнут допросу, или их посадят за то, что они были женаты, да что такое-то, и жили вместе с вами. Мы не будем это проверять, просто потому что в этом нет смысла. А вот, и действительно, чтобы уехать, это надо посмотреть. Ну, следующий давай. Бляха, народу что-то много. Кстати, скидывали картинки в паблик, по-моему. А, было народу до хера, а потом чуть-чуть маленько. И так понимаю, чуть-чуть маленько, это после дня работы. Потому что они вроде как не убавляются. Езжай. Блин, ну серьезно, а мне можно уже всем же отказывать просто так. И все. Хотя мне за это постоянно будут давать штрафы, просто потому что отказывать без причины нельзя. А так, есть шанс, что меня не накажут, тут как, например, сейчас. Она прошла финал. Здорово, Жоржи. Тут говорят, после тебя террористы приезжают. А что такое 0,5? А, это. Да давай, давай, все, деньги твои вообще красавы. Жоржи, меня убивают твои друганы, я не понимаю, что происходит. Или, может, не твои друганы. Но они все равно меня убивают, это нечестно. Блёха, прикинь, я им помогал, я с ними сотрудничал, и все. И они берут, кидают мне гранату. Наверное, сука, для того, чтобы я потом никому ничего не рассказал. Ну так же нельзя. А, подожди, это я тебе заберу. Это я забыл, это сейчас кредит авит. Полезу, хотя, в принципе, не страшно. Ну да ладно. Что такое? Я вообще не понимаю, меня что-то всего прям... Я растутся. Просто прикол-то в чем, но это так не делают. То есть всю игру ты сидишь, сотрудничаешь, бляха, с этими ежиками. А в итоге они говорят тебе, нет, чувак, на вот тебе не благодарность, а, блядь, гранату. Граната — это наша благодарность. И все, говорит, отлично. Так нихера вообще не делают. Так реально нельзя, ну не в конце-то концов. Вот и сотрудничай потом со всякими ежиками. Не надо сотрудничать с ежиками, они, сука, неблагодарные сволочи. Принесли они мне. О, отлично. Так, давай, одного раздавили нахуй, второго сейчас раз... А ты кто такой? Это тот, который прошел границу. Давай, 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 я перелезну чувачка. Вот этого нижнего, ага. Опачки. Опачки. Хорош! Так, а этот пусть делает свои черные дела, правильно? Правильно. На меня же не смогут обвинить в том, что я ничего не сделал. Я просто промахнулся, допустим. Все, у меня нет этих патронов. Я типа промахнулся, а. У меня рука дрогнула, там что-то еще. Возможно, перепугался или давление подскочило. Короче, все что угодно. Но я стрелял. Патронов не осталось, там ничего не докажут. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Поспорившись с паникой на работе, вы спешите домой к семье. Ваше слушание назначено на завтрашнее утро, и вы можете бежать в Арбистан в одиночку. Да, это никто не... Это... В смысле? Как так? Ну, допустим. Но меня тогда убьют, завтра посадят. А я же пропустил террористов, искали, тут концовка одна будет. Люди-то пробежали, нормально все. Ну, давайте побежим в Арбистан в одиночку. Или не побежим? Побежим или не побежим? Хрен его знает. Надо же понять, мы побежим в Арбистан или не побежим. Не, давайте побежим, ладно. Вы все бросили. Сын, жена и племянница готовятся к возвращению в мир. Вы садитесь в ночной поезд, идущий на северные территории. В нем почти пусто. Вы покупаете подделанный в спешке паспорт и новый пропуск. Они выглядят ужасно. К утру вы прибываете на границу. Очередь стоит огромная. Иммиграция в Арбистан. 6 часов спустя. Документы. Вот, пожалуйста. Въезжаете один? Ну да. Я хочу навестить родственников, едит твою. Меня не интересует, зачем вы приехали. Ждите. Блять, какой грубый, смотри. Шлёп. Добро пожаловать в Арбистан. Следующий. Да ладно, вот так вот просто. Ха-ха. Вы не знаете, безопасность... Ну да, безопасность сын, жена и племянница. Stay warm out there. Вот так вот, смотри. То есть, ни хрена себе, представляешь? А, ну получается, что если мы сейчас наберем нормально паспортов... А, так мы можем в этот же день нормально паспортов-то и набрать. Мы, у нас есть... А, ну окей, давай посмотрим так. То есть мы сейчас должны схватить два женских паспорта и один мужской. Чтобы хватило на всех родственников. Тогда можем спокойно бежать всей кухней в Арбистан. У нас сейчас нужно хватать черных штрафов. Хотя мы их так и так не хватаем, но нам хватит денег, без проблем. Но написали, что если бы я не убивал террористов, была бы одна из концовок, но я их не убил. Ну и ладно. Хотя я сейчас, в принципе, могу убить обоих.
точнее, транквилизовать. И все так, арбистан. Ага, арбистан. Раз, один женский паспорт, хорошо. Отказать. Позвони по телефону, мать, твой паспорт. Все, забрали. Ты представляешь, она приехала, короче, в Арстоцку. Ее не пропускают, при этом отнимают паспорт и посылают нахуй. Вот это внезапно. И то есть она будет звонить... Она будет звонить и, типа, докапываться. Я говорю, так и так, они скажут, ты кто вообще такая? Мы тебя знать, блядь, не знаем. Ты не в Арстоцке находишься. Ты чё нам тут по межгороду деньги треплешь? Это же роуминг, в конце-то концов. И все, представляешь? То есть это самое жесткое, наверное, что могло случиться, короче, с въезжающим в Арстоцку человеком. Так, мне нужен еще один женский паспорт, один мужской. Ты откуда у меня? Республия. Окей, езжай. Бляха, мне срочно нужны, короче, паспорта. Паспорта арбистанские. Сколько у меня тут паспорт Арбистан? Один есть, хорошо. Еще один женский, один мужской, и все будет нормально, потому что свой паспорт у меня уже, получается, есть. Так, ты кто? Арбистан? Арбистан! Отлично, твой паспорт конфискован, потому что... Что тебе надо? Отъебись от меня. У тебя ничего не подходит, все, прощай. Паспорта нет! Она, по-моему, этот беженец получается, да? А что мне делать? Бежать. Бежать, мать. Беги обратно в Арбистан. Я скоро туда приеду, там говорят, хорошо, вознаграждение. У них пограничники вообще, по-моему, хуи пинают на работе. То есть получается, что я-то здесь вкалываю, я-то здесь реально проверяю паспорта, пытаюсь найти виноватых, виноватых, невиновных, как-то разъяснить проблемы, разрешить, помочь, там, отказать. А они просто, прикинь, у тебя отвратительно сделанный паспорт, отвратительно сделанный пропуск. Он говорит, ждите, тебе шлепает, короче, все разрешение, и ты спокойно едешь в Арбистан. Вот поэтому из Арбистана все бегут, потому что к ним может попасть кто угодно. Принес, блядь, рисунок просто нарисованный, говорит, что паспорт тебя пропускает. Так, ты откуда меня? Из республики, дрявый, ладно, езжай. Так, а мне нужен еще один мужской паспорт, чтобы сыну его заткнуть, да? Получается, паспорт Алексей Гонцели, Арбистан. Да, все правильно. Мне кажется, просто это не играет роли, мужской или женский. Главное, чтобы он был просто паспорт. А потом уже с этим разберусь. Опять Арбистан, да. Вот я тебя конфискую, чувак, извиняй. Так, продолжить визита тебе, на, я тебе разрешу. Я не знаю, что это. Давайте поставлю вот так, я тебе поставлю вот так. Чувак, сам разбирайся, что я тебе тут наставил. Мне насрать вообще. Езжай. Он изымается, чувак. А что мне делать? Бежать, беги. Беги, скоро террористы приедут, я тебе отвечаю. Блин, вы можете сейчас, в принципе, попробовать убить обоих. Террористов транквилизовать. Хотя мы это делали в самый первый раз, и там, в принципе, ничего страшного не случилось. Ну ладно. Но убивать я уже их не буду, потому что, когда ты их убиваешь, у тебя сажают в тюрьму, и ты даже не сможешь бежать в Арбистан. Так, мать, давай я на всякий пожарный твой паспорт тоже заберу. Во, хорош. Я успел забрать паспорт, это самое главное. Давай, сука, сейчас ключом прям кину, у тебя в глаз попаду, у тебя глаз вытечет, ты умрешь. Сука, не получается. Поехали. Опа. Опачки. А давай вот так вот сделаем. Ладно, мы все равно видели, когда граница пробегается. И машину я взорвал еще до кучи. Хорошо. Все, рабочий день. А мне же, кстати, за это премию дадут, за то, что я атаку террористов прервал. Да? Ну-ка покажите мне. Во, да, тремя членами вашей семьи, отлично. Взятки, зарплата. А где... вот премия за попадание. Все, валим. Открыто достижение снова верфа. Вы, сын, жена и племянница бежали в Арбистан. Вы садитесь в ночной поезд, идущий на северные территории. Ну, это уже было. В нем почти пусто. Вы покупаете подделанные в спешке паспорта и новые пропуска. Они выглядят ужасно, ну понятно. К утру приводить на границу, там огромная очередь, потом стоит пограничник и все равно нас пропускает, правильно? 6 часов спустя появляется этот мужик, говорит, тебе документы, потом он спрашивает, зачем... А, он даже не спрашивает, зачем сюда приезжать, ему насрать, в принципе. Зачем? А он спрашивает, типа, один, не один, с семьей. А, нет, вместе с семьей, да? Давайте сюда все документы. То есть сейчас вместо одного шлеп будет шлеп, да? Он говорит, насрать мне, блядь, что вы там хотите, мне нельзя... У них вообще реально, у них граница не работает, им насрать, кто к ним въезжает. Шлёп. Шлёп, ну да. Шлёпает только в ту. Красавчик. А чё, а где столица? А, вот шлёп. Добро пожаловать в Арбистан. Следующий. И всё, пожалуйста, Арбистан превыше всего. То есть, а слава Арстоцке, а тут Арбистан превыше всего. Вот те раз. Хорош, но игрой работали. А, это лучшая концовка. Это нормальная лучшая концовка. Вон оно что.
О, хорош. Вот это мы нормально сейчас сделали. Это мы сделали все хорошо. Ну, блин, получили, получается, самую лучшую концовку с победом с побегом в Арбистар. Че, готово? Дальше будет слушать гимн? А, нет, мы обратно начнем с того, собственно, чем начинали. На этом, в принципе, все. Там, говорят, 20 концовок. Мы посмотрели, получается, где-то 3 или 4. Игрушка вообще хорош, игрушка прям огонь, на самом деле она простая до невозможности, но с такими ответвлениями, с такими вроде интересными сюжетами, какие-то, каждый, какой-то мини-сюжет здесь, мини-сюжет там, здесь помоги, там помоги, тут не помоги, там не пропусти, тут получи, там отдай. Короче, это просто, в принципе, это охренительная игра на самом деле. Кому-то она не понравилась, но мне кажется, тем, кому она не понравилась, они просто тупо не вошли, они, знаешь, как вот... не зацепило тем, что они, может быть, невнимательно посмотрели, может, просто потому, что не нравятся такие игры, мало ли чего. Мне игра очень сильно понравилась, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. На этом мы с бумажками заканчиваем. Бумажек мы напроверяли огромное количество, 200 там с чем-то штук. У нас все будет хорошо, мы уехали в Арбистан и там начнем новую жизнь. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат. Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и сегодня будем учиться с тобой управляться финансами, так сказать, знаешь... Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и снова мы сегодня с тобой будем, возможно, решать судьбу миллионов, возможно, решать судьбу свою, ну, чисто гипотетически, потому что ничего из этого не происходит, но... будем думать, что ж там будет дальше. Опять игра под названием «Вы будете нажимать кнопка». Если Google переводчик переводит эту игру, то он переводит ее именно так. В прошлый раз мы с тобой 20 минут, по-моему, сидели, что-то в районе того, отвечали на вопросы и заспамили сразу про атаку титанов. Там типа был этот как вопрос, потом что-то я вдруг неправильно понял. Какая нахер разница? Я вам вот что скажу. Если сегодня будет вопрос, который неправильно переведется, или в английском варианте будет другой смысл, нежели в переводе в автоматическом русского языка, какая нахер разница? Я же обсуждаю вопросы по поводу конкретного случая. Не то, что было до этого, а что есть сейчас. Да, это может каким-то образом повлиять на мое мнение к людям, которые отвечали, типа статистику, но это мы опустим и будем... добрее друг другу. Правильно? Правильно. Первый вопрос, точнее, первый пример со звездочкой. Куда бы вы ни пошли, температура остается на ваших предпочтительных уровнях, но птицы будут приземляться на вас постоянно. Я так понимаю, что птицы будут приземляться на меня постоянно, имеется в виду... подожди, что так громко-то? Чуть-чуть убавлю, музяк, да прям по ушам долбит. Главное, потом на видео ее правильно сделать. Так вот, птицы будут приземляться постоянно, я имею в виду, птицы будут меня постоянно срать. То есть я иду такой, знаешь, кругом, как там сейчас он, в Сибири где-то везде, короче, пизда рулям, там все холодно, все заметает, там люди ходят, как снеговики. Я такой иду, короче, и вокруг меня такие раз, там, градусов 20, там, 22. Но на меня, короче, какой-то обледенелый голубь летит и срет постоянно. Я не вижу в этом ничего такого нужного. Везде разные температуры, везде, в принципе, привыкается. Да, где-то некомфортно, но в конце концов человеческое тело умеет адаптироваться, поэтому я не буду нажимать на эту кнопку. Окей. Ну, половина на половину. Ладно, окей. Следующий. Хорошо. Вы можете жить в квартире со своим лучшим другом и отправляетесь в приключения почти каждый день. Но каждый партнер, которого вы считаете, гей со своим лучшим другом, покидает вас. Вот тут немножко непонятно. Я возьму, так нажму, покажу оригинал. Каждый партнер, который ты думаешь, гей со своим другом, и уходит тебя от тебя. Чего, блядь? Короче, ничего полезного из английского я не получил. Каждый партнер,
которого вы считаете геем, уходит со своим лучшим другом от меня. Вы можете жить в квартире со своим лучшим другом, отправляясь почти каждый день в путешествие. Ладно, отбросим, короче, второй вариант, что те партнеры, с которыми, например, я буду жить, будут геями и постоянно будут от меня уходить к другим геям. А вы можете, типа, хотите ли вы жить в квартире с другом и каждый день путешествовать? Это что-то за... типа Рик и Морти, если бы Морти постоянно оказывался геем и уходил куда-то с другим. Морти из другой реальности, я посмотрел Рик и Морти с момента прохождения той VR-игры, теперь все знаю. Так вот, ну хрен его знает, что имеется в виду под приключениями? Каждый день куда-то срываться, каждый день где-то что-то творить, где-то что-то мутить. Я понимаю, что это весело, вот понимаю, серьезно, но это очень быстро надоедает. Не очень быстро, может быть, но это надоедает. Я тебе серьезно говорю, что надоедает все. Все приедается, не вызывает этого вау-эффекта через какое-то время. Поэтому жизнь с другом постоянно... Я не знаю... Постоянно имеется в виду или не постоянно. Я не вижу в этом смысла, поэтому я тоже не буду на это нажимать, и чтобы от меня и другие геи не уходили. Нахер это нужно, окей. Короче, у вас есть возможность посещать, ну, либо жить в любой вымышленной вселенной, которую вы хотите. Из книг, игр, телепередач, всего. Вы можете уйти, отправиться в другие универсы или положить некоторое время вернуться. Так, а это, подожди, это было. Нет, было что-то похожее. Короче, но вы бы были убиты или ранены, если вымышленная вселенная, куда вы никогда не сможете вернуться туда. Вы бы были убиты или ранены, если вымышленная вселенная... Что? Не понимаю опять вот этого смысла, немножко сейчас смотри. Если ты убиваешь... А, все, имеется в виду скорее... Я не знаю, как точно, но я буду считать так, что у меня есть возможность посещать любую вымышленную вселенную из любых книг, игр, телеков, хереликов, сериальчиков. В любое время, из любого места могу туда возвращаться и чего угодно, куда-сюда перемещаться. Но, если... То ли меня ранят в одной из вселенных или убьют в одной из вселенных, то ли я кого-то убью. Ну, скорее всего, меня, наверное, да, если типа убьют или ранят, я не смогу туда вернуться и правильно сделаю, скажу я тебе, потому что нахуй мне туда возвращаться, если меня там убивают и ранят. Что я еще, блядь, мазохист, ходить по вселенным, где меня пиздят? Нет, не хочу. Я не вижу здесь ничего отрицательного. То есть ты же можешь, в принципе, никуда не срываться. Вот ты сидишь сейчас дома, смотришь видосик, у тебя ничего не парит. У тебя все хорошо, ты думаешь такой, блядь, слетать куда-нибудь, что ли, я не знаю, он у Капитана Америка щит взять, с горки покататься, А почему бы и нет, взял, сорвался, полетал, покатался, вернулся назад, Капитан Америки там по щам надавал, так вот, ах, Капитан Америка, красава, дай щит. И все, и вернулся назад, ой, почему бы и нет, это хорошо, мне нравится. Мне нравится, и в любом случае, если Капитан Америка даст мне в обратку по щам и скажет, а, сука, не дам тебе ничего, я скажу, ну и пошел ты нахуй, ну и живи ты один в своей вселенной, упырь, и больше к нему не приду. Он будет плакать и грустить, а ничего уже не поделаешь, ничего уже не сделаешь, окей. Вышел Half-Life 3, но Gabe New умирает. Я сейчас прям уже просто чую, как ты, если ты сидишь с компа или с телефона, уже просто тыкаешь в первый вариант, прям уже тыкаешь, думаешь, блядь, может быть, это как-то поможет, я хочу. Но желать человеку смерти — это плохо, во-первых. Желать человеку смерти — это плохо, и я считаю, что ни одна Half-Life 3, 4, 7, 8, 15, хоть, блядь, 100 не стоит смерти человека, поэтому Гейб Ньюэлл умирать не должен. Если Гейб Ньюэлл согласится сам выпустить и уметь, типа, знаешь, увидеть Париж и умереть, Гейб Ньюэлл такой, выпущу Half-Life 3 и умру, блядь. Возможно, где-нибудь в старости, лет, я не знаю, там, до скольки Гейб Ньюэлл доживет, лет до 100, например, где-то в 99, он скажет, все, она уже готова, типа, ну, давно. Он, все, выпускаем, и я умираю в день релиза, ну, что-то типа того. Я нет, я не буду, Гейб Ньюэлл пусть живет. Как бы Half-Life 3, но, возможно, Гейб Ньюэлл придумает что-то еще более шикарное. Почему нет? Я не беру в расчет там всякие сундучки эти, блядь, перчаточки за денежки. Это все хуйня. Это полное. Но, возможно, когда-нибудь что-нибудь. Поэтому, в любом случае, он и при жизни, наверное, что-нибудь ее придумает. В конце концов, как они могут бросить Half-Life 3? Вот объясни мне. Просто ни с того, ни с сего. Я не прошел полностью первую Half-Life, насколько ты помнишь. Я проходил ремейк, который... Ну, что-то там. Без мира Зен. Я не проходил вторую часть вообще. Поэтому я особо третью часть не жду. Ну,
нет ее и нет, ну нет и нет, ну много каких игр дальше не продолжили. Ну что ж теперь, людей убивать за это? Нахуй не согласен, нет, я не буду. Смотри-ка, как много нас адекватно. 53% решили оставить Гейба Ньюэлла в живых и не поиграть в Half-Life 3. Хорошие, душевные, добродушные люди. А если ты сейчас тыкал в экран, то посмотри на себя в зеркало и скажи себе: так делать нельзя. Плохой, 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 плохой. Фу, фу, фу. Больше так не будет. Хорошо, спасибо. И все, и жизнь наладится. Поехали дальше. Начиная с завтрашнего дня, скорее всего, ваша жизнь значительно улучшится. Вы найдете истинное счастье и будете жить жизнью, которая произойдет ваши самые лучшие, хорошие, самые потайные какие-то мечты. Но у вас будет мучительная смерть. И когда вы умрете, все признаки того, что вы когда-либо живете, будут стерты со планеты, включая всю память о вас. Это похоже, блядь, на продажу души дьявола, я не знаю, какой-то просто. Ваша смерть будет, вот смотри, давай возьмем. Так, во-первых, если тебе не нравятся эти рассуждения, то ты можешь уходить, потому что в этом, собственно, смысл этой игры, просто так отвечать на кнопки нет никакого интереса. Короче, вот возьмем в пример, я не жалуюсь на свою жизнь, а возьмем в пример конкретного человека, например, любого человека, который, например, хочет изменить свою жизнь, что-то там, в принципе, свою жизнь надо как-то менять, постараться, не кардинально, нельзя рубить с плеча. Нужно все делать аккуратно, поступательно, и все идти по возрастающей куда-то туда. Не туда, в смысле, но просто куда-то к более хорошим условиям. То есть с завтрашнего дня жизнь значительно улучшается, просто ни с того ни с сего. Просыпаешься, ебать как хорошо. Во! Что происходит? Мать твою! Бляха! И кричит на весь дом, типа, я счастлив, вся хуйня. Мучительный, что знать? Давай разберемся в понятии мучительная смерть. Мучительная смерть имеется в виду долгая? Или очень больная? Или очень долгая и очень больная? Если очень долгая и очень больная, то понятие очень это сколько? Сколько имеется в виду очень? Если это будет несравнимо меньше той счастливой жизни, которая была, то здесь даже обсуждать ничего не надо. В рот его ебать. То есть смотри, ты, например, живешь 50 лет. 50 лет живешь просто наиохуительнейшее. Просто у тебя все хорошо, все замечательно. Тебя все радует, ты прям ух, как хорошо живешь. А потом, я не знаю, ну, да хотя бы год. Ты просто будешь мучиться год, у тебя будет мучительная смерть, ты будешь потихоньку умирать целый год. Но за 50 лет... Год, причем смерть, ну если смерть настанет, логично, то тогда, когда должна будет наступить, а не просто там придет дьявол через 10 лет, блядь, у тебя душу заберет. Нет, это несоизмеримо мало, вот этот вот год несоизмеримо мал по сравнению с 50 годами истинного счастья, который поэтому без проблем вообще. No problem. Я, конечно, не знаю, может там будет пиздец как мучительно, но к любому мучению, в принципе, наверное, привыкаешь. Просто если каждый раз будет, ой, не знаю, давай вот так вот. 52%. Может быть, я что-то не понял, подожди-ка. Back, там еще был прикол про то, что как бы про тебя все забудут, и тебя никто не будет помнить. Ну и что? Ну, я не знаю. Вот тут пишет человек, типа, означает ли это, что если бы у меня были дети, они пропали. Любые внуки, люди, которых они могут... Вот это, кстати, вот это. Вот это хороший вопрос. Типа, знаешь, например, ты жил, у тебя все было хорошо, ты нарожал детей, внуков нарожал, там, всего подряд, а в итоге, короче, ты умираешь, во-первых, год мучительно, а во-вторых, все эти люди пропадают, тогда бы я ответил нет, и был бы в числе 52%, которые это ответили. Если посмотреть с этой стороны, если все останется, кроме памяти о том, что был такой-то человек, то я ответил, то я нажму на кнопку. Но, скорее всего, имелось в виду, что и дети, и внуки правда. Поэтому нет. Прошлый вопрос отменяется. Он не считается. Не считается, и все. Можно я вот так вот отвечу назад? Все, я не буду. Окей. Окей. Все, вот так вот. Все, окей. Я что-то не подумал с этой стороны, понимаешь? Это немножко разное. Я все равно, что, блядь, взять Half-Life 3 и убить Гейба Ньюэлла. Нельзя так. Нельзя так. Поехали, следующий. Ты становишься богом видеоигр. Я как бы...
Я это уже умею. Но вы можете играть только в кооперативные игры со своим маленьким братом или сестрой навсегда. В смысле? Как я могу стать богом видеоигр, если какое-то маленькое вот это козюльчатое существо, блядь, оно будет все время лучше меня играть? Это как? А кто он тогда? Кто она? Если я бог видеоигр, она кто? Создатель, блядь, вселенной видеоигр или что? Нет, я не сон, нихуя. Какой смысл быть богом видеоигр, если ты сможешь играть только с кем-то в кооперативе, причем с этим кем-то ты все время будешь хуже? То есть, как, вот смотри, имеется в виду, что будем играть в кооперативе с кем-то против кого-то? Типа там, знаешь, пупок, там, фартнит, вот, знаешь, в дуо хуяк такой скооперировался, типа. И как бы божите все катки просто, и божите все время топ-1, там вся хуйня. Но вот тот пиздюк, который где-нибудь, я не знаю, вот просто вот этот маленький вот, он все время лучше. Ну, хуй его знает. Можно же, например, ну, если так посмотреть и играть только в кооперативы всю жизнь... Если не быть, например, сильно любящим играть в видеоигры, а играть только... Да хуй его знает, серьезно. Я и так бог видеоигр, какая нахуй рай? Нет, сегодня у нас какой-то отрицающий все выпуск. Так, ну, какие-то вопросы странные. Смотри-ка, много кто не хочет уступать своим пиздюкам право быть богом. Не-не-не-не, все правильно. Нечего, видишь ты, блядь, не стал... То есть жил-был пиздюк. Тут, короче, старший там брат, сестра, я не знаю, взял, стал богом и при этом этого еще сильнее прокачал, но не забустил. Нормально, нет? А, вы можете получить прокладок с любой... Что? Вы можете получить прокладку с любой... Что, блядь, значит прокладка? Нахуй мне женская прокладка? Это ты имеется в виду, ты можешь положить, типа, ну, положить там, типа, любую женщину, которую хочешь... Но у вас будет 4 ребенка после этого. После каждого. После... Нихуя себе. После каждой женщины 4 ребенка получается. То есть. Ты такой идешь по улице. Допустим. Видишь, короче, бабеху. Такой, ёба. Ёба. И раз таки 4 пиздюка появляются из ниоткуда. Не, ну это беда. Нахрен его знает. Я не знаю. А вдруг это одна бабеха, которая, в принципе, ну, которая там жена будет, и всю жизнь проживешь с ней, будет 4 ребенка. Наоборот, хорошо, наверное. Но... Хер его знает, я не знаю. То есть, если не углубляться в похоть и в ебание, так сказать, всего того, что движется... Давай посмотрим на это с двух сторон. То есть это вопросы для женщин, для мужчин. То есть вы можете с любой женщиной или с любой мужчиной. Наоборот. Я не понимаю. Вот просто ты идешь. Вот захотел вот ее его. Раз, все хорошо, 4 ребенка, живете дальше вместе. Здесь не указывается дальнейшее распространение этой истории. То есть как, в смысле, она потом очухается, ебать, что происходит, откуда 4 пиздюка, то кто такой вообще, иди-то нахуй. Или как? Вот этого я немножко не понимаю. Я не знаю. Знаешь, вопрос, кого хочу, того и буду. Он знаешь, тебя в обратку могут не хотеть, как бы. Никогда об этом не думал. Просто ты ебасишь, что король мира, королева, ебать, такая, сидит. Типа, ха, хочу вон того. Холопа, блядь, приведите. А ты не рассчитываешь, что холоп-то тебя не хочет, а? Мать! Бать, а? Вот тут как бы, я не, нет, я опять не, опять, я, что, почему я сегодня от всего отказываюсь? Окей, давай, я не буду, допустим. Блять, смотри-ка, как много похотливых самцов и самок, блять, в этих ответах. Хочу, говорит, всех. Хочу всех, всего, всегда и везде. Иди сюда, блять. Ну окей, короче, сегодня какие-то вопросы, реально, все в отрицании идет. Вас отправят в вымышленную вселенную по вашему выбору сделать все, что в человеческих способностях. Любой, кого вы знаете в этой вселенной, немедленно забывает о вашем существовании, должен зарабатывать на жизнь там, где выбрали. То есть вас отправят в любую вымышленную вселенную, в любую вообще, в любую вымышленную вселенную. И сделают все, что в человеческих способностях. Но в этой вселенной тебя никто не будет знать, а тебя никто не будет помнить. И тебе придется жизнь как бы начинать с нуля. Но она уже не с нуля. И как бы тебе дадут все, что в человеческих способностях. То есть, а что тебе первым делом нужно в новой вселенной? Тебе нужно на что-то жить.
Ты говоришь, блядь, дайте мне многомиллиардный бизнес. Просто до конца жизни, чтобы он работал, блядь, и я ничего не делал. У тебя есть бизнес. Ты гуляешь, общаешься с людьми, знакомишься, дружишься. Вот, пожалуйста, тебе новые, короче, эти... новые друзья, новые знакомые. Ты можешь таким же образом подружиться с теми, кого ты уже знал. Вопрос только в том, что как бы они не будут помнить того, что было раньше, но ты можешь как бы повторить это еще раз. Это будет не так весело. Музыка пошла, смотри, блядь. Философская. Это будет не так, конечно, весело, как... Но... Ёпты, мать, не надо стоять на месте. Не надо думать о прошлом. Прошлое должно остаться в прошлом. Хорошее прошлое в хорошем прошлом. Плохое прошлое нужно забыть, но не совсем, потому что мало ли чего. Мало ли чего, это нужно тоже припоминать временами. Так вот, это нормально. Это нормально, но для человека, у которого сейчас в жизни все плохо и которого это не устраивает. То есть, например, ты сидишь, думаешь, бля, мне не устраивает вся эта хуйня, которая сейчас происходит. Сделайте мне так. И все нормально, ты переезжаешь туда, куда ты хочешь. Тебе делают все, что ты хочешь. Ну, все, что в человеческих способностях, имеется в виду, наверное, все, что в человеческих силах. То есть они не могут дать лазерный луч в глаз. Ну, это как бы... Хотя хуй его взять, может, ту вселенную, в которой ты вместишься, там, хотят про человека. Короче, ладно. Меня все устраивает, в принципе. Поэтому я отправляться в вымышленную вселенную не хочу. Да я вообще, в принципе, не особый фанат вымышленных вселенных. Я не задрочу в сериалы, там, в какие-то комиксы, во что-то еще. То есть я знаю, что они есть, но не особый фанат, поэтому я опять, бля, опять откажусь, представляешь, опять откажусь. Что за хуйня сегодня происходит? Сегодня просто на все говорю нет, как вот на плакате. Будешь? Нет. Окей, следующий. Тут, кстати, смотри, много народу ебануло. 58% улетело куда-то как с Веном, блять, в этот, в дом профессора к Сове. Видишь, знаю, я же тебе говорю, знаю. Ну, знаю, но не фанат. Ну, что ж теперь. А вы становитесь самым привлекательным человеком в мире, но вы никогда не сможете оргазма испытать. Подожди, смысл? Смысл быть привлекательным? Имеется в виду только в сексуальном плане? То есть, как бы тебя все хотят, но как бы ты... И... А? А? Чего? Нахуй оно нужно? Зачем? Если привлекательным в чем-то большем, чем просто... То, блядь, при чем тут вообще оргазм? Но я так понимаю, что это единичный случай. То есть тебя все хотят, но ты от этого ничего не получаешь. Зачем? Нахуй оно нужно? Не вижу смысла опять-таки. Зачем? Многие согласны сегодня. Со мной сегодня. Ты будешь президентом. Хорош. Но вы должны убить 3/4 вашего народа. Зачем? Блядь, зачем становится президентом, если нужно убить, блядь, 75% своего населения? Нахуя? То есть, ха! Я стану президентом! Тебе пизда! Голосуй за меня! Вот этот кандидат, нахуй, вот этот хорош! Ну реально, прикинь, предвыборный слон, слозунг. С лозунг, блядь. Предвыборный лозунг. Голосуй за меня! И, возможно, ты окажешься в тех 20%, тех 25%, которых я не убью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ваш голос за меня. И все. Охуенно, нет. Следующий. Так не пойдет. Чего сегодня? Давай последний вопрос. Это сегодня вопрос странный, реально. Ваши родители никогда не смогут наказать нас, вас, но у вас аллергия на бумагу. Но это же... вот, серьезно, это... Так может ответить только самый избалованный пиздюк на свете. Самый-самый-самый избалованный пиздюк на... Просто наизбалованнейший пиздюк. Творю, что хочу, меня не наказывают. Не на, я творю, что хочу. Я свободный, я дикий парень. Творю, что хочу, не ебет никого вообще. Прям ходит, блядь, с плакатом на лбу, нахуй. Я делаю, что хочу, меня не наказывают. Стоп наказан, блядь, какой-нибудь этот ходит, там, клеит всем на лоб. Это бред, родители наказывать должны, потому что если ребенка не наказывают, он охуеет. Он охуеет просто в край. Просто вот в первый же год сознательной жизни, когда он будет понимать, что его не наказывают, ему ничего не будет, он уже охуел, в принципе. Слышь, ты чё? Алё. И ведь ему даже не предъявишь. Но уходит, у него аллергия на бумагу. Бумагу, именно бумагу, вот опять-таки разберемся. Я уже не буду так отвечать, не буду нажимать на кнопку, потому что ну, нужно наказывать детей. Дети должны понимать, ну за что-то. Дети должны понимать за что и больше так не делать. На бумагу, то есть ты не сможешь писать, ты не сможешь читать. Электронные книжки сможешь читать, печатать сможешь.
Много ли в нашей... Давай... Ай, блядь, хотел сказать. Давай подумаем, много ли в нашей жизни дает бумага. Но она как минимум... Бумага много чего дает. Бумага как бы это письменность. Как бы это... Сейчас, если ты ешь, то уши закрой. Срадственность в туалете, например. Там тоже бумага используется. Открывай все. Открыл. Да хуй его знает. Нет, надо наказывать. Надо наказывать, чтобы как бы неповадно было. Все, окей, я не буду. Ты куда... Что? Блять, мышка сломалась. А, нет, все, окей. Вот, я не буду. Окей. 50... Ну, в принципе, все логично. Люди согласились, люди понимают. Люди знают, что как бы... Понимаешь, если ты вот... Просто подумай. Просто послушай меня внимательно. Куплинов наставляет хэштег, блять. Если ты считаешь... Если, точнее, ты не считаешь, что родители тебя наказывают зря, хотя, может быть, ты даже и так и считаешь, и думаешь, что ты без наказания или что-то, когда-нибудь ты вырастешь и поймешь. Я не беру в расчет, короче, что это такое? Я не беру в расчет родителей, которые издеваются над детьми и наказывают их по самому любому малейшему поводу. Нет, мы не берем в расчет таких. Но если ты чувствуешь, что тебя не наказывают просто так, то... Пойми, что ты когда-то вырастешь, и ты поймешь, что ничего плохого в этом не было. Всех наказывают. Всех наказывали. И если уж совсем не гнобить человека, то эти наказания все пойдут на пользу. Ты вырастешь, поймешь. Я тебе, бля, буду. Серьезно. Поэтому. Сегодня прям получим, мне кажется, сегодня выпуск гораздо лучше, чем первый получился. Сегодня гораздо глубже мы с тобой проанализировали ситуацию в мире и вообще. Я напоминаю, что... Ты можешь оказаться 25% тех счастливчиков в нашей с тобой собственной стране. Давайте на этом закончим. Ссылка на плюс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи. Я думаю, в следующей серии. Мне нравится. Вот, серьезно, я говорил в прошлой серии, скажу в этом. Мне нравятся такие вот. Просто с тобой попиздеть, поразговаривать с тобой, пообсуждать. Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, у меня шапка, у меня елка, которая уже который год, она на последних силах пытается мигать, она даже мигает, если ты присмотришься, но очень-очень слабенько, здесь нужно поменять батарейку, но у меня такой нет, поэтому... Поэтому пока что как-то так. Мы сегодня будем играть, ну как играть, рассуждать, наверное, даже больше, пытаться выудить что-то для себя, возможно, в качестве желания на Новый год, или, может быть, что-нибудь такого. Короче говоря, не знаю, игрушка называется «Будете ли вы нажимать кнопку, если в нормальном переводе перевести, либо вы будете нажимать кнопка, если в переводе Гугла в браузере это сделать, получится как-то вот так». Короче, игрушка заключается в том, что нам дают какую-то херь, которая типа хорошая, но у этой хери есть будет что-то плохое, и нам нужно решить, будем мы это брать себе или не будем. Короче, главное, чтобы шапка не упала, остальное все неважно. Так вот. Не знаю, что это такое. Ладно. Первый вопрос у нас на сегодня. Я напоминаю, что ты, возможно, себе выцепишь какое-нибудь желание на Новый год, поэтому будешь под елкой кричать и жечь бумажку в 12 часов, в шампанском его пить или... Короче говоря, много всяких способов и желания свое себе сделать. Я буду держать елку вот так, потому что мне некуда ее подставить, но она пусть мигает, чтобы создавать нам новогоднее настроение. Не будет новогодней музыки такой особо, будет такая расслабляющая, чтобы... Блять, Новый год, каникулы, все дела, можно расслабиться. Короче, первое нам предлагается. Вы станете бессмертным. Забыл, хочу включить. Вот так вот. Окей, стоп, подожди. Подожди, говорю, вот так вот. Раз. Сука, я будильник себе поставил, серьезно? Зачем? Зачем я поставил себе будильник? Нахуй мне нужен будильник, как шпиль. Можно я просто выключить? Можно тебя выключить, будильник? Блять, не знаю, куда главное, разберем. Ёлка упала. Разберемся потом. Вы станете бессмертным, но вы будете свидетелем смерти каждого человека, которого вы встретили. То есть, ты бессмертный. Ты идешь по улице и видишь человека, и он не умирает сразу. То есть, я так понимаю, что здесь заключается смысл в том, что ты будешь бессмертным, поэтому ты переживешь всех, поэтому как бы ты увидишь смерть всех людей, которых ты встречаешь. Как бы, на самом деле, в этом нет
По сути, ничего страшного, потому что, ну, как бы грустно это не звучит. Блять, не надо было с этого вопроса начинать, это стрёмный вопрос. Как бы грустно это не звучало, но люди, у них иногда случается. Они иногда кончаются, так сказать, и поэтому... И любой человек, в принципе, в мире, если он не был самым первым умершим человеком во вселенной, в любом случае сталкивается со смертью каких-то там знакомых, там, друзей, близких. И, в принципе, это все тяжело, но это переживается. И, как бы, я думаю, что стать бессмертным... Бляха, елка, не ломайся. Стать бессмертным и смотреть на это с хорошей стороны, не только со стороны того, что ты будешь видеть смерти, которые случаются каждый день, но ты будешь видеть технический прогресс, ты будешь видеть что-то новое, что-то хорошее в любом случае. Ты узнаешь, как долететь до края Солнечной системы, сколько... У нас инопланетян, что было тогда и что будет сейчас, и как на это посмотрят страны будущего. Короче говоря, я выберу «да», потому что я не считаю, что увидеть смерть людей, в принципе, из-за того, что ты живешь дольше них, является какой-то суперспособностью и супер отягощающей способностью, чтобы не иметь способность, которая здесь предлагается. Окей. Допустим, нажали на эту кнопку 30 тысяч 3 человека. Это меньше 50%. 56% этого не сделали. Не знаю, опять-таки, не понимаю, почему. Ты можешь написать об этом в комментариях. А... Дискуты всякие, споры, разборки. Типа, что за хер, что за дела. А... У меня автопереводчик стоит, поэтому так будет проще. А, вы получаете возможность путешествовать в любой фиктивный мир и получать его полномочия, которые можете принести в любой другой мир, включая Землю. Все текущие связи с вашими друзьями и семьей разорваны. Забыть, кто вы были. То есть я смогу путешествовать в любые миры вообще, получать его полномочия. Я не понимаю, что это немножечко. Наверное, ты можешь путешествовать в любую часть вселенной, находить любые новые миры, получать какие-то в этих мирах знания и приносить их на Землю. Так, тем самым делясь этими знаниями или становясь слишком классным во взгляде всех людей. То есть... Ты путешествуешь не то что по свету, ты путешествуешь вообще везде, вместе со светом, куда бы тебя ни занесло, но при этом ты, в принципе, теряешь память, и, наверное, друзьям и семье запрещено тебе напоминать, кто ты такой и почему вы друг с другом знакомы. Если бы мне предложили это сейчас, то я бы отказался, просто потому что... Мне и сейчас нормально, я не настолько фанат, чтобы полететь куда-то в ебеня нашей хотя бы галактики, найти каких-то, блядь, глазастых слонов, которые будут загонять мне теорию относительности и еще какую-нибудь непонятную мне сейчас информацию, чтобы я принес ее на Землю и сказал: «Земляне, я посланец ваш, ебать, с планеты слонопотамусов глазастых, пидорастых каких-нибудь». Меня же сразу, короче, вот оп-оп-оп и посадят в белый халатик, скажет: ха-ха-ха, посланец, ёбаный засранец, посиди-ка ты в психушке лет 50, а если учесть то, что я бессмертный, я буду сидеть там бесконечно, и это меня немножечко напрягает. Но, допустим, если я не являюсь бессмертным из прошлого вопроса, мне лет, это, 157, я уже дряхлый, кое-как вообще соображаю, не понимаю, что происходит, без проблем, я беру и про меня нихуя уже друзья и семья все забыли, все уже знать не знают про меня нахуй, я полечу летать, почему в 153 года, почему бы не полетать, поэтому если учитывать то, что это сейчас, то я не буду. Если мы думаем с заделом на будущее, а желания как бы загадываются с заделом на будущее, то почему бы нет? То есть через 153 года, когда мне будет 157, правильно? Да. Я соглашусь на эту хуйню. Окей. 56%! Смотри-ка, я попал в эти... Я попал, короче говоря, в мир, который... Ну, почему бы нет? Я попал в 56% людей, которые согласились бы на это. Хорошо. Давай дальше.
вы живете, будете жить красивой, безопасной жизнью, но живя при этом в огромной стене, которая защищает вас от гигантов, пытающихся вас съесть. Имеется в виду, наверное, за огромной стеной, которая защищает вас от гигантов, но в красивой и безопасной жизнью. Я не понимаю, что здесь плохого, в принципе, здесь обсуждать нечего. Я в принципе, живу, у меня все хорошо, безопасно. За стеной какие-то гиганты, блядь, ходят. Пошли они нахуй, я с ними вообще дел не имею. Чё мне делать с гигантами? Если только себе какого-то персонального карманного гиганта. Карманный гигант, это как, блядь, вообще? Который будет меня обезопасивать и окрасивать мою жизнь. Но они все за стеной, они большие, мне это не нужно. Я... Чё это? А, это музыка, ебать, он ко мне тут стучится. Думал, Дед Мороз ко мне пришел. Согласен, естественно. Почему? Это, наверное, 58% людей подумали: вы что? Вы что? Какая стена? Нет, идите нахуй! Еще я буду жить за стеной! Еще какая-то сука будет меня ограничивать! Меня какая-то сука будет ограничивать! Нет, идите нахуй, я умру под пяткой гиганта! Ваше право, товарищи, я тут не при чем, но немножко это. Вы получаете $1 000 000, но при этом 100 случайных людей умирает. Честно, нет. Я понимаю, что $1 000 000 это дохуя, что на миллион долларов, сколько долларов сейчас? Что-то 60 рублей, 60 я получаю... Умножить на 60, да? Я получаю 60 миллионов рублей, и при этом умирает 100 случайных людей. Нет, я не согласен, потому что 60 миллионов... 60 миллионов, я правильно посчитаю? Какая нахуй разница, сколько там это будет? Это неправильно. Жизнь человека, она гораздо дороже. Она, в принципе, бесценна, поэтому я нет, не возьму ни в коем случае. А, то есть 60% людей хуй забили на 100 случайных человек, которые, в принципе, у которых есть семья, знакомые, родственники, которых кто-то любит, которых кто-то будет оплакивать, причем внезапно, как бы не сказали. Не-не-не-не-не. Сука, сколько там процентов скотов было отвечено на этом? Сколько процентов скотов ответили, блядь, забили? Ну, серьезно, ну. Вы получаете возможность летать, но только тогда, когда ты голый. Возможно, как бы и ты, и я, и друг твой, и подружка его, возможно, мы все умеем летать, когда голые. Ты пробовал? Ты пробовал взлететь, когда ты голый? Я не считаю дома, потому что дома пространство ограниченное, как бы особо ты, блядь, не размашешься. Мне на самом деле было бы похуй. Голый я не знаю, соски себе теребить, пока лечу, или что-то. Ну, летать, понимаешь, летать. Ты в любой момент можешь взлетел. Голый, какая, блядь, разница, кто там тебе в бинокль писюльку, что ли, твою высматривать будет? Кому ты нахуй сдался? Поэтому я соглашаюсь, окей, без проблем. Мне вообще срать на это, блядь, Подумаешь, голый, ну кто тут писюльки чужие не видал? Поехали дальше. Это бредовая вообще, на самом деле, загадка. Ой, в смысле, загадка. Это очень... Слишком неравноценно. Ты получаешь что-то такое охеренное, а в итоге все увидели твою писюльку. Ну и что? Ну, блядь... Писюлька, сисюлька, и чё? Ну, у всех всё одинаковое практически, хули там. У вас будет фотографическая память, но вы будете глухим. В рот оно мне не сдалось, нахуй. Знаешь, для чего нужна фотографическая память? Это чтобы, я не знаю, в школе, в институте... Блять, кто хочет стать миллионером, прийти, я не знаю, 100 рублей выиграть. О, фотографировал память, запомнил, ебать, пойду на телевизор, выиграю себе там 100 тысяч рублей, как самый охуенный человек на свете. И при этом ни пизды не слышать. Ты слышишь музыку? Вот представь, ты ее не слышишь. Зато ты будешь вспомнить абсолютно все вопросы с абсолютно всеми ошибками, которые они были переведены. И будешь этим гордиться. Оно тебе надо, скажи? Вот оно тебе надо? Мне нет.
Я не знаю, как тебе, но можно использовать елку как сигарету. Но нельзя. Курение вредит вашему здоровью. В эфире не демонстрируются табачные изделия, но курение все равно вредит вашему здоровью. Поэтому не нужно бросать, если ты вдруг. Нет, мне не нужна фотографическая память. Она мне нахуй не сдалась, как, в принципе, и 67% людей, которые на меня в это отвечали. Вы получаете 20 тысяч долларов на всю оставшуюся в месяц. На всю оставшуюся жизнь. Ваш злейший враг получает в два раза больше. Тогда мне похуй, вот серьезно. Это как-то мне навредит? Я завистливая скотина? Я тварь? Я прям, знаешь, я мудак. Я такой сижу и, блядь, как крахобор такой, блядь, как так? Ну вот он получил, сука, в два раза больше. Ну что за хуйня? Ну что такое? Ну почему? Нет, сука, не я, не ты, получать ничего не будешь. Должен я вот так сказать? Вообще насрать. Как бы, ну пусть получает, ну... Мне-то чего? Мне-то что? Мне от этого как? Я не понимаю, чего в этом плохого, поэтому... В рот его. Вы можете разобраться с человеком по вашему выбору? Вскоре после этого они будут рвать на ваши обуви. Кто-нибудь понимает, что здесь написано? Я принципиально не буду переводить назад на английский, потому что там я вообще ничего не пойму. Вы можете разобраться с человеком по вашему выбору? Но вскоре после этого они будут рвать на ваши обуви. Что они будут рвать на мои обуви? Шнурки? Блять, куплю обувь на резинках. Порвут резинки. Хорошо, куплю обувь на молнии, порвут молнию. Буду ходить босиком. Заболею. А я нахуй, я не буду ходить босиком, я же могу летать голый. Подожди, я не понимаю, что это. Ладно, я соглашусь, хуй с ним. Я все равно буду летать голым. Я, как 58%, нормально все. У нас все хорошо. Мы все поняли. Вы выигрываете миллиард долларов в лотерее, но вы не можете купить ничего больше, чем на $1000. С этого миллиарда... Я выигрываю миллиард, но могу потратить с него только 1000. Нихуёвые налоги, хочу вам сказать. Это в какой стране такие большие налоги собирают? Миллиард долларов, по тебе остается только 1000%, что ли, или чё? Или я могу купить много чего, но все это не может стоить более $1000 за раз. То есть я не могу купить себе, например, машину, потому что она стоит больше $1000. Но могу купить себе игрушечную машинку, которая стоит... Это, в принципе, имеется в виду только с этого миллиарда? Но если это только с этого миллиарда, то, конечно же, я возьму его. Чего бы нет-то, блядь? Подумаешь, $1000. На $1000 можно много чего накупить, по идее. А другие покупки я буду делать из других денег, которые не из этого миллиарда, которые не из этой лотереи. Без проблем вообще. Окей, следующий. Вы будете в состоянии контролировать каждого кота в мире, но вас будут преследовать собаки. Не, мне это не интересно. Я даже не буду это обсуждать, потому что, ну... Ну и что? Ну и подумаешь. Много кто согласен. Я не вижу смысла контролировать котов. Что? Ты можешь захватить молочный завод, или ты можешь залезать до смерти полгорода, или вылечить кучу людей, заставляя кошек ложиться на больные места. Нахуй. Так, все понравятся вам не через интернет. Не понял. Здесь имеется в виду, что мне все вообще будут нравиться, но не через интернет. То есть, возвращаясь к вопросу, что я мудак и завистливая тварь, которая просто бомбит от того, что мои злейшие враги получают в два раза больше, мне начнут нравиться люди за пределами квартиры. Оно мне зачем? Зачем? Я не понимаю смысл этого вопроса. Или типа, я всем буду нравиться, но только в интернете. Что-то мне сейчас это напоминает. Мне похуй, окей. Согласен. Я согласен, многие.
А ты будешь жить вечно, опять-таки. Но мне нужно будет следить за всеми, кто, кого я знаю, и любить и стареть, медленно умирать со временем. А, я смогу жить вечно, но мне придется наблюдать за теми, кто рядом со мной, как они стареют и умирают. Этот вопрос был уже самым первым, поэтому мы не будем обсуждать. Я соглашаюсь, мы выяснили все признаки. Почему вот этот вопрос вызвал больше положительных голосов, чем предыдущий. Я все уже объяснил по этому поводу. Все хорошие и плохие стороны мы обсудили, поэтому вот так. А вы в любое время получаете предложение по запросу любой пищи, которую хотите. А, смотри-ка, в любой момент я могу взять любую еду, которую хочу. Но затраты на эту еду будут начисляться на банковский счет одного из 10 случайных богатых парней. Насколько богатых? Меня интересует это, потому что, допустим, если у человека не так много богатства, и он будет при этом кормить меня, но учитывая то, что я уж не жру совсем, блядь, на большие деньги. Зачем? Что-то мне подсказывает, что я вынужден согласиться, чтобы за меня платил какой-то богатенький мужичок. Ну ладно. Может быть, он когда-нибудь меня... Да что такое? Может, он когда-нибудь меня встретит, и я скажу ему спасибо, богатый мужичок. Я так вкусно поел твои деньги. Все так хорошо и так прекрасно. Спасибо тебе, богатый мужичок. Он скажет, да ладно, бля, я даже не заметил. Ты за меня ты ел за мой счет. Красавчик, молодец. Что-то типа того. У вас будет столько гигабайтов на телефоне или iPod, сколько хотите, но ваша батарея разряжается в два раза быстрее и не может заряжаться до 24 часов. Меня полностью устраивает немного памяти. Я не понимаю, куда девать память на телефоне. Раньше, конечно, знаешь, раньше, когда памяти было действительно мало, раньше, когда в телефонах там были флешки, блять, максимум на 2 гига. А я помню и такие времена, когда продавались флешки вообще по 256 мегабайт, которые стоили дороже, чем сейчас, блять, на 32 гига. Вот их не хватало тогда. Тогда хотелось закинуть все, что у тебя есть на компе. Все песни, там какие-то клипы, какие-то фильмы. Сейчас это все вот уже нахер не заложено, кроме музыки. Да и то сейчас всю музыку слушают в каких-нибудь контачах и жалуются, что, блядь, реклама ВКонтакте музыки. Почему ВКонтакт не может проигрывать музыку в фоне? Я вот лично музыку ВКонтакте не слушаю. У меня есть аудиозаписи, но я их могу включить, но не знаю зачем. Просто у меня вся музыка как бы... Есть в теле. Я могу закинуть ее всю в телефон. Всю музыку, которую у меня есть, а у меня музыки дохуя. Я могу закинуть ее в телефон, и память еще останется, поэтому. Нет. Пусть мой телефон заряжается быстро и держит зарядку очень долго, нежели чем у меня будет больше памяти, чем мне нужно. Окей. Многие со мной согласны. Так, у вас есть силы любого супергероя, которого захотите, но вы злодей. Я даже вот серьезно. Злодей — это тоже супергерой, понимаешь? Злодеи много кому нравятся. Не всем нравятся эти добрячки, которые... Ой, какой он молодец, он помогает всем, он жертвует собой. Да-да, такой... Но ведь есть люди, которым нравятся и нормальные ребята, которые... Не то, что злодей... Ну, я не знаю, что злодей? Он ест людей? Или что он с ними делает? Если он не ест людей, то все нормально. Если он не убивает... Ну, злодей, он просто... Вот... Знаешь, идеальный злодей — это который говнит супергерою. Все. Но он не трогает людей, он никого не обижает, никого ничего не отнимает. Он просто злейший враг, который получает в два раза больше тебя и постоянно тебя поднасирает. Вот если злодей такой, а супергерой такой, то надо было сначала обсудить этот вопрос. А музыка кончилась, вот я к чему. Музыка кончилась, это плохо, поэтому мы на этом на сегодня закончим. Очень, на самом деле, хорошая игра, не игра, я не знаю, как это правильно назвать. Очень мне нравится. Мне вообще нравятся игры, в которых можно не играть, я просто спокойно. Куда у меня шарик улетел? В которых можно посидеть, поговорить, пообсуждать что-то, пообмозговать, вынести какое-то решение, сделать какой-то вывод, что-то поржать в это время. Мне вот это просто... Это мое. Я снимал их круглыми сутками, но они
тоже быстро надоедают, и не так много мыслей может прийти в голову, если постоянно проходить и играть в такие игры. Но я думаю, что это не последний выпуск по этой игре. Я точно знаю, что он первый, но не могу с такой же уверенностью сказать, что это будет последний, потому что, в принципе, почему бы и нет? Очень интересно посидеть и порассуждать, пообсуждать то, что здесь происходит. Я напоминаю, что эта елка, она окончательно села, потому что она больше не мигает. Нет, там очень-очень слабенько мигает. Но. На этом, собственно, все. Я не знаю, на какой-нибудь плейлист будет в описании, ссылка под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Если вам понравилась какая-то мысль из этой игры, если вы хотите что-то получить себе в подарок из того, что было в левом квадратике, а может быть и вправо, я не знаю, может быть вы извращенец, пишите об этом в комментариях, пишите свои новогодние мечты, и тогда они у вас не сбудутся. Потому что никому нельзя говорить о своих мечтах. Не надо никому писать, не надо никому говорить, просто пишите о том, что, возможно, вы с чем-то не согласны, возможно, вы выбрали что-то по-другому, возможно, вам понравилось, возможно, нет. Поэтому мечты не пишите, никому не говорите, загадывайте их втихаря, молча, в Новый год. Тогда они обязательно сбудутся. По крайней мере, так Дед Мороз. Па-п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 а. Hey, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы продолжаем тыкать на кнопку, нажимать, сейчас музыку чуть-чуть убавлю себе. Сегодня у нас уже будет третья серия, и как ты успел заметить, что-то не то с камерой, что-то немножко с ней не так, да, действительно, но с ней все так, просто тут, короче говоря, ладно, я просто тебе скажу, что тоже я это заметил, а то мало ли ты подумаешь, что ты один заметил, и никто в жизни больше этого не заметил. Нет, мы заметили это все. Короче... будете ли вы нажимать кнопка? Спрошу я в очередной раз у тебя и у себя. Хорошо. Хорошо, я вступил нормально. Первый вопрос на сегодня. Вы могли бы вернуться вовремя к ошибке, которую, по вашему мнению, сделали в своей жизни, и попытаться сделать ее лучше. Но если вы не сможете сделать это лучше и случайно сделать это хуже, вы не можете вернуться и изменить его снова. Окей. Несмотря на то, что здесь очень криво все это переведено, я понял смысл. То есть, если бы у меня появилась возможность вернуться куда-то в прошлое, чтобы изменить что-то, что, по моему мнению, должно было быть не так, но при этом я бы рисковал и имел, собственно, шанс просрать и сделать еще хуже, я бы не согласился, потому что, во-первых... Все, что не делается, все к лучшему. Расхожая такая поговорка, все ее прекрасно знают, но мало кто ей пользуется. И все время думают, что, блядь, вот вернись я туда, я бы сделал вот так, я бы сделал да вот так, да все вообще козырно было. Да. Понимаешь? Пойми одно, ты не можешь знать всего, ты не можешь знать, что, сделав что-то немного иначе, все остальное бы не пошло бы совсем по-другому. Все ведь могло тоже пойти не так, как ты думал. Ты такой раз, типа, залетаешь, такой раз одну детальку меняешь, остальное все остается. Нет, меняешь одно, меняет другое. Все это эффект бабочки, нахуй, там, все, эффект таракана, эффект жука, эффект кого угодно, все плохо. Короче, нельзя этой хуйней заниматься, вот, собственно, и все. Поэтому я не буду, окей, не готов я к этому. Следующий, что это я? Хотел смотреть, сколько народу, но мне неинтересно. В принципе, это... Это надо понять, надо принять и надо думать, что не все можно изменить. И... Короче, ладно. Вы можете вернуться в прошлое опять. Но вы можете только молча наблюдать за тем, что уже произошло. Вы никак не сможете задействовать с прошлым. Да, почему бы нет? Почему бы нет? Просто так, понимаешь? Это ведь можно использовать не только, чтобы вмешиваться туда. Серьезно. Ты же можешь просто вернуться как бы в прошлое и что-то посмотреть. Ты можешь понять, почему именно так, а не иначе. Кто? Для чего? Может быть, тебе кто-то пиздит? Может быть, тебе кто-то нагло врет? Может быть, да много чего. То есть ты можешь, в принципе, много чего узнать. Поэтому вообще без проблем. Не нажимай, я красавчик. Естественно, да посмотри-ка, сколько красавчиков у нас. Сколько. Просто нет никаких последствий. Ты ничего не делаешь, ты просто смотришь, и все. Последствия будут у тебя в будущем в твоем, когда ты будешь иметь в виду, что вот это поэтому, а вот это вот потому и... Ай-яй-яй. Окей.
Поехали дальше. Каждая женщина хочет заняться с тобой сексом. Это включает членов семьи. В смысле? Окей, я даже не буду рассуждать на эту тему, я просто не буду, окей, ага. Так. Не понял, а где... А, вот. Нажатие этой кнопки запрещено, но ничего не случится, и никто не узнает, нажмёшь его. Ну, логично, что если что-то запрещают, мы с тобой не любим, когда что-то запрещают, поэтому, тем более, что если ничего не случится, никто не узнает, то, естественно, я нажму. Конечно же, я нажму, в чем проблема? Окей, внезапно звонки отвлекли. Камера неудобно стоит, понимаешь, она стоит далеко, я поэтому и я теряюсь. Она раньше стояла вот тут, сейчас стоит вон там. Ее нужно как-то еще ближе подвигать, но тут дело, короче, не в этом. Это все настроится. Но! Но! Похую, короче, поехали дальше. Вы становитесь вашим любимым героем из всех игровых игр. Из всех игровых игр, которые вы играли, прочитанных вами... Короче, вы становитесь любым супергероем вообще. Просто каким захотите, о каком слышали, о каком видели, вообще любым. Но не сможете победить злодея из истории. Имеется в виду злодея из той истории, с которой вы взяли себе супергероя. You will not be able to conquer the villain from the story. То есть это получается что? Типа... Да мы сейчас просто послушаем. Мне кажется, это веселее. То есть ты становишься любым супергероем, но смысл супергерой какой? Супергерой должен бороться со злодеем. У каждого супергероя есть свой злодей. У него есть свой злодей, с которым он постоянно сражается, который постоянно строит ему козни, делает какое-то говно, все что угодно, но он не сможет его победить. То есть ты супергерой, ты можешь делать что-то хорошее, пытаться там что-то делать полезное, но все время будет какой-то супермудак, который тебя, блядь, все время будет супер огорчать. Не знаю, я вообще... Вот лично для себя не вижу смысла быть супергероем. Зачем? Какой из меня супергерой? Я супер доммен. Супер человек, который дома сидит. Да, такой может быть. Но я уже супер доммен. Почему бы нет? А остальное мне не особо интересно. Если тебе интересно, ты можешь стать Капитаном Америкой. Опять-таки я приду к тебе и заберу твой щит, как мы в прошлом выпуске с тобой решили. Но не знаю. Нет, я не хочу. Тем более какой-то мудак будет постоянно мне все говнить. Вообще не хочу с ним связываться. Пиздую этого мудака. Окей. Зачем? Он постоянно будет... Так, надо все, камеру принести назад. Секунду. Вы можете стать невидимым и обратно по своему усмотрению. Но вы умрете в свой 60-й день рождения, если сделаете это так далеко... Если вы доживете, имеется в виду. Ну, наверное, да, ты сможешь становиться невидимым в любой момент и обратно становиться видимым. Но ты умрешь 60 лет в любом случае. Хотя, ты можешь и не дожить до туда, имеется в виду в этом вопросе, но в 60 лет ты умрешь. То есть, допустим, вот возьмем пример меня. Да, мне сейчас 7 лет, значит, мне остается 53 года примерно до 60, да? То есть я 53 года могу становиться невидимым в любой момент. Могу становиться видимым в любой момент. То есть передо мной, в принципе, открыты практически все дороги. И чё? И в 53 года мне остается на то, чтобы этой хуйней попользоваться. Не знаю, я не соглашусь. Зачем? А вдруг я проживу 153 года? Видимым. В рот его ебать, ну живут же люди, нормально. Вот ты же живешь, ты же не можешь становиться невидимым. Живешь же нормально все с тобой. И я живу, и нормально все со мной. И все неплохо, а лишать себя лишних 100 лет жизни я не особо хочу, поэтому нахуй. Нет, нет, и все. Смотри-ка, многие согласились. Я не знаю почему. Не знаю почему, ну ладно. Вы можете войти в мир, который вам нравится, но мир, который вы покинете, будет уничтожен. Смотря на это с позиции полнейшего эгоизма, мне срать вообще на то, что случится с тем миром, откуда я ушел. Меня же там не будет. Я войду в... То есть это имеется в виду разовый какой-то переход?
Разовый переход, ну я даже не знаю. Насчет разового перехода я не уверен. Если многократный переход в мир, который ты можешь себе сам придумать, в мир, который тебе хочется, в мире, в котором... Ну, хер его знает. Ой, не знаю, ой, не знаю. Опять-таки, я сужу с позиции себя. Знаешь, мне в прошлом выпуске написали: о, какой хороший, какой молодец, там, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну так если действительно, уйти в другой мир, что тебе там делать, объясни мне? Что тебе делать в другом мире? Что тебе в этом-то не сидится, ну? Что тебе в этом-то не живется? Объясни мне, в конце-то концов. Хули тебе в этом-то не сидится? Пошел в другой, значит, ты, да? Ты, значит, пошел в другой и еще меня бомбанул. Тебе не стыдно? Я охуеть. То есть ты такой сидишь, тебе все надоело, пойду-ка я в другой мир. А где-то тут сижу я такой, ни с того ни сего хуяк, у меня взрывается не пердак, а вообще весь цвет. И... Нихуя нет, я не хочу быть на твоем месте, я не хочу поступать так, как ты. Ни в коем случае нет. Нет, и еще раз нет. Ты можешь уничтожить голод и мировые войны, но должны убить всю свою семью. Внезапно, то есть меня сейчас хотят выставить скотиной, которая ради небольшой кучки людей не избавила мир от голода и войн. Я, конечно, может быть, буду и скотиной какой-то там, и что-то, но давайте каждый будет заниматься своим делом. Для всего этого есть супергерои, от способностей которого, между прочим, я отказал. Буквально в прошлом... Ты понял, да? Я отказался в прошлом, поэтому нет. Я не знаю. Давайте каждый будет хранить сам свою семью. Почему я должен лишаться всей своей семьи ради гипотетических отмены войн и голода, которые, в принципе, отменить нельзя, потому что... Они были и всегда будут, как это ни странно. Видишь, как много народу, как много эгоистов на этом свете живет. Но я отказался от супергероизма, поэтому... Ты же взял супергеройся, захотел по мирам путешествовать. Вот и все. Нет, я на эту хуйню не подписываюсь. У вас есть дворецкий, который делает ничего. Чего? А, у тебя есть дворецкий, который делает для тебя все. Но раз в неделю он тебя пиздит. Но раз в неделю он пиздит тебя и относит в больницу. Это так имеется в виду? У вас есть дворецкий, который делает ничего? Или подожди, anything. Anything, это же, по-моему, все. Anything, любая вещь, ну... То есть у меня есть, короче, слуга, который делает для меня абсолютно все, но пиздит меня каждую неделю. Юридически. В смысле, что значит юридически? Давай поиграемся переводом. Легально относится в больницу. То есть все нормально, да? Он тебя пиздит, и все хорошо. Ну, что-то я не знаю. Я не согласен, я не хочу, чтобы меня пиздили. Ну и серьезно, я в конце концов сам могу что-то сделать и ради этого терпеть избиение какого-то дворецкого. А что мне нужно от дворецкого, что я сам не могу сделать, серьезно? Сходить мне, я не знаю, ногу помыть. Я сам могу ногу помыть. Что еще он мне может сделать? Что это, блядь? Это наебалово какое-то. Их захватить нас хотят, короче, какие-нибудь рептилоиды, блядь. Они прикидываются дворецким, потом пиздят нас, забирают всю нашу энергию. Я не согласен. Вы свободны делать что-то незаконное и не можете умереть, пока вам не исполнится 100 лет. Все вас ненавидят, не имея возможности любить вас. То есть я могу делать все, что угодно, и не могу умереть, пока мне не исполнится 100 лет. Но все меня будут ненавидеть при этом. Вообще. Все вообще меня будут ненавидеть. Подожди, я как бы уже хотел сейчас согласиться, но не секундочку. Секундочку. Имеется в виду свободное дело, что-то незаконное. Имеется в виду, я делаю, все меня ненавидят, но терпят. Или я делаю, меня сажают, и я сижу в тюрьме до 100 лет. Мне кажется, здесь имеется в виду, что я могу делать все, что угодно. Мне за это ничего не будет. Я не умру, пока мне не исполнится 100 лет. Но из-за этого меня все будут ненавидеть. И никто никогда меня не сможет полюбить. Да хуй знает. Спорный вопрос, секундочку. Это очень спорный вопрос. Давай представь, вот что я могу делать? Что я могу делать? Что я не могу делать сейчас незаконного и смогу делать потом?
Я даже не знаю. А чё такого мне надо незаконного? Тебе что-нибудь надо незаконного, скажи мне? Что тебе в этой жизни не хватает незаконного? Мне просто интересно. Я не понимаю. Мне, по идее, всего хватает и чего-то... Меня никогда не тянуло делать что-то незаконное. Нахуй оно мне нужно? Людей убивать не надо мне с такого счастья. А чё ещё незаконно? Из магазина грабить зачем? Нет, это какая-то... Это наебало, это следят, короче, ФСБ сидит какой-нибудь, я не знаю, там ФСБ, ЦРУ, блядь, все вот эти спецслужбы разные. Следят, короче, за мной, думают, нажмёт, не нажмёт. Я вот сейчас, да, нажал, сейчас бы уже дверь нахуй сломали в квартиру, увезли бы меня прямо отсюда. Ха-ха, хитрожопые какие. Не, на эту хуйню не покупаюсь. А, вы навсегда живете в Нарнии, но НСА постоянно наблюдает за всеми. Что такое НСА? The NCA. Ну, сиськи мять я долго не буду. Я, во-первых, не хочу жить в Нарнии, мне это неинтересно. Если при этом еще НСА не будет ни за кем наблюдать, это вообще хорошо. Хотя я не знаю, что такое НСА. Мне, в принципе, похуй, что такое НСА. Ладно, окей. Вам никогда не придется вновь снова резать волосы? Но все, что вы говорите, исполнено. В смысле, никогда не придется стричься? А постричься бы надо, да, я знаю. Тебе никогда не придется стричься, но все, что ты скажешь, сунг. Все, что ты скажешь, исполнится. Не понял сейчас. Ну-ка, блядь, переведи назад. Имеется в виду, то есть не то, что тебе никогда не придется стричься, а ты никогда в жизни не сможешь постричься больше. Ты никогда не сможешь в жизни ничего с себя состричь, то есть ни бороду, ни волосы, ни ресницы, там, я не знаю, ничего. Но при этом все, что ты будешь говорить, будет исполняться. И что здесь плохого? Что плохого в том, что я буду длинноволосый бородатый красавец? Волосы будут на ветру такие развиваться, такие распушаться, будут улетать такие везде, короче, да? Я такой, и что в этом плохого? То есть, и при этом я могу подойти и сказать... Вот знаешь, я иду такой, волосы такие развиваются у меня, борода такая везде по всем. И ты мне навстречу идешь, и ты такой говоришь, фу, волосатый. Я такой подхожу, говорю, не говори больше так. И ты такой раз, и больше не говоришь. И чё в этом плохого? Я согласен. Я согласен. Бля, я что-то не так перевел, да? Тут все пишут про персонажа Диснея какого-то. Это, наверное, про принцессу эту. А чё не так-то? Everything you say is sung. Что-то не... Это я что-то не так перевел. Я понял. Короче, это в комментариях потом мы решим, да, что не так было. Хорошо, ладно, давай дальше. Вы можете... видеть под платье для девочек? Но на земле есть только гомосексуальные девушки. Окей, то есть я могу заглядывать под платье девахам, но все девахи любят девах. Зачем? Что мне мешает сейчас заглядывать под платье? Это же много чего изобрели для этого дела. Можно на ботинок зеркало прилепить. Как там раньше? Ходишь, посмотри. Я...